Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус, Голдман РС Рома, Злой Слон Павел, Муздан Рус Сергей. Едем сегодня на приватной карте Левел Разлом. Карта, ссылочка будет на по поводу карты под видео на канале и в группе. По данной ссылочке будете обращаться на данную карту. Всем привет. Всем привет. Привет. Всё. Все запускаем. Да. Так, дубль 2. Главное, чтобы там все было на месте. И кнопки не нажимай, там Роба, осторожно. Да, да. Опять я. Урал в другом месте. Зилка я опять. Вон, я уже вижу, взял тут стоит. А, вон есть, да. Надо в зилки всем пересаживаться, да? Ну да. Опа, я что-то с канистрой оказался. Не в том зилке. Оп, что-то я подвис даже. Чик. Сейчас я парню. О, все в зилке. А там у него что-то двери, смотрели, багуют. Водительская, по-моему. А это... Как там, Паш? Просвечивает. Там моделька маленькая неправильно собрана. Да, вон она опять. Просвечивает задняя это. Опять играет. Так, а куда ехать-то? Погодите. А мы те машины-то не будем вытаскивать, которые поставили? Ну, я не знаю, они поломанные. Толку вытаскивать сейчас. Так, а мы сейчас куда едем? Да, надо точку открыть, чтобы видеть что-либо. Так у меня открыты точки все. А, все открыты? Ну да. О, это круто. Только я все равно не понимаю, куда тут. Тележка, там фургон. Нет, я не знаю, куда. Вот тележку, фургон, я вижу тут у пилорамы. Что тут еще есть у нас? Так, вот тележка. Еще тележка, фургон. Еще тележка, фургон. Так, я сейчас сначала гараж-то хочу найти. Где он есть-то вообще где-нибудь-то? А где гараж? Кто мне... Ого, гараж где? Так. Ё-моё. Короче, надо ехать. Короче, надо ехать. Хотя бы что-то открыть тележки. Тележка, фургон. Я, короче, еду на точку. Давай. Вот как раз вот той, кто сейчас поставил. А, да, кстати, 65-20 в углу стоит. Пилорама. Как раз. Пытаюсь гараж. Заползти. Второй гараж, вон он. Как в него попасть? И тут есть тележка, фургон. Вот 65-20, мне кажется, он заправки. Вот тонь. Как лагает жестко. Кто-нибудь видит вот эту тележку, фургон? Я не, у меня все закрыто пока черное, но вообще ничего. Ну а нет, там должно быть от этого, от направления-то как бы. Так. Да где эта точка-то, ё-моё. Дежавю, да? Как на бак. Кто-нибудь вообще ездил по этой карте? Нет. Прикольно. Да, машинка хорошая, блин, а вот рамка. Рамки обе багуют. Жесть вообще. Да я бы с ними там научился. Вот, рамка. Ну это знаешь, что можно сделать? Кабину только в черный цвет покрасить, чтобы не так сильно видно было. Блин, а как тут вообще ехать-то? Мама, не горюй, тут такая ужасная дорога. Тут, можно сказать, нет дороги. О-о. А карта более-менее свободная. То есть нам, короче, в гараж надо сначала доехать, да? Я думаю, прям по дороге. Ну, на гараж открыть надо. Ну, поехали. Вот я поехал сейчас налево. Кто-нибудь меня видит? Нет? Я поехал прям туда гаражу, там есть тележки. О-о. Я вот, вот тележку увидел я, короче. Да-да-да, она там... доехал бы какой-то. Вон она тележка. А, Паша поехал, да, на нее. А-а-а. Давай, как раз я-то тебя сейчас по тележке схвачу. Блин, карта жизнь, конечно, тут, ё-моё. О-о. Остается тут чуть кувырнуться где-нибудь.
Карта жесть, я поэтому и поставил ЗВК, потому что. Здесь бревна в развесе. Да, кстати, бревна придется искать. Длинные. Вот я достаю. Нашел. Ну, тут лесоповала нет, что ли? Нету ничего вообще. Ищите искать. Длинные короткие. Паша, Паша. Сори, сори. Это просто было. Максимальное возмущение. А, вон ты где. Там бревна, да, бежит? Так. Где я там бревна лежит? Какое-то озеро тут ужасное. Дороги тут, я не знаю, тут я на чем ехать надо, блин. Тут такая жесть просто. Вотовские текстуры. Так, все, ребята, я приехал. Так, вот я гаражные нашел. Я сейчас точку какую-то вон открою. Ваш, я попалась я на. Я нашел. На... Все, я утонул. Давай. Че? Я утонул. Все, точку открыл, не знаю какую, парни. Я повез гараж. Ну вот смотрите, а я ты... вот точку открыл, а вот ты где где-то. Утонул, там нет реки. Теперь здесь есть здоровенная яма. Теперь есть, да. Теперь есть река. Так, я на какой-то лесоповал приехал, на пилораму. Ой, парни, намучаемся мы тут, я чувствую. Так, посмотри, где телега-то? Так, я тут. Телега, что там за телега у вас? Вот телегу я ищу, эту, в гаражной части. Она гаражная? Чем КамАЗ стоит? Гаражная? Я КамАЗ тащу уже, с гаражной. А, вот гараж тоже. Так, блин, можем мне туда не ехать. Ой-ой-ой. Вон, я нашел тоже телега, он стоит, но только как ее до гаража еще допереть. Паша, а ты что, вообще там жестко? Да все. Так он утопил. Game over. Он уже все там. Офигеть. Второй зелок, если осторожно, что. Осторожно, рыбку не задави. Да? Так, телегу я нашел. Сейчас я ее зацеплю. Да, конечно, не по-человечески так делать. Оп. Да ёшкин дрын. Как-то не попал я. Прям в телегу. Нормально, в принципе, я так как бы и хотел, чтобы карта более свободная была. По лесу можно было ехать везде. Да еще маленько. А вот табличка, была. Да? Мечта. Что написано? Будь так. Осторожен, накладывай правильно витки каната. Так, ты наложил витки каната? Витки каната. Почему-то здесь таблички нету. Там еще гараж. Обалдеть, как тут до этого, блин, перица-то я вообще не понимаю. Случайно не Некрасов делал? Не, это Синицын делал. Владислав. Влад. Ого, тут камни, ё-моё, как их объехать-то? Я давай, тут... Ром, прыгай ко мне. Да уж. Так, телегу-то я взял, но тут вообще не проехать. Там, парни, такая скала давай стоит. Давай я попробую тебя дёрну. Да это бесполезно. Думаешь? Паша, давай. Пересядь, там есть такой же зелок с этим, с топливом. Он открытый. А, ты тащишь себя назад? Ну, я пытаюсь. Давайте за морду сейчас возьму и вытяну. Не надо? Чё? Куда ты меня, я плюхнусь обратно. Если ты меня сейчас возьмешь. Короче, я понял, без вариантов туда лезть, да? Вперёд. Вообще. Да, да вон только... приезжайте ко мне, тут КамАЗ возьмёте, да поедете. Набилась, да. Если только туда. Да, я точку хочу там открыть, где-то есть точка. Пролезу я туда, интересно. Пипец вообще. Куда я тут, я... Куда я заехал-то вообще, не понял. Вообще, ну, обалдеть. Вау! Я тут где-то на горе на какой-то тут камне. Ой, тут вообще там... Ой-ой-ой, я не знаю. Смотри, с водопада не падай. Да вот я уже как раз водопад-то я уже увидел. Ну ты туда не едь пока. Тут вообще, по-моему, никак не едь. Я вообще не представляю, как тут ехать. Потом, как лес пройдем, потом пойдем на водопад. Скала. Блин, это счастье, заднеприводный КамАЗ тащить в горку. Как отсюда выехать-то теперь, ё-моё. Тут-то я, блин, заехал. Сейчас я что-то тут вообще подсел. Короче, все, я тут крушу весь лес тут полностью. Давай, поехали.
Ё-моё. Блин, я в жизни бы, я, наверное, я бы уже зелка пополам бы просто порвал этого. Все, опять, да что ты будешь делать? Не, вообще жесть. Парни, эта карта не на час, я чувствую. Это даже и не на два. И не на два, да. Не, ну если ты баг сделал, какой тут может быть 2 часа, или даже речи не может быть. Пипец вообще. Так, вот, вижу, так, Зил стоит. Зилок стоит, кстати. Погоди, а... Ну, короче, на... пусть тонет. Надоело. Куда я приехал вообще-то? Я буду ковырять там. 2 часа. А что за Зилок? Ну-ка, открыть надо. Димон, а ты взял это? Я с гаражной тележкой, да, уже. Над водопадом, над сопками, над гаражом там езжу. У меня уже была мысль, я посмотрел, что урона мало. Так бы я бы упал вниз туда. Лебедка у меня работает, я бы себя поставил на колеса. Так, куда-то я выехал, к озеру какому-то. Так, и дорогу какую-то вижу налево. Как раз к водопаду туда. Поедем сейчас туда, туда переезжать, что? О, черт побери, черт побери. Ага, вот. Зилок с бочкой, короче, стоит. С этим. С топливом. Да надо, наверное, вот тут вот через эту офигеть, воду. Офигеть, вот это да. Так. Вот это я подъехал до дела. Надо было сразу со мной ехать. Вот там реклама какая-то. Читать, что написано. Да далеко больно. Не могу никак прицелиться. Не прыг... Что-то... Не прыгнешь, не пере... не прыгнешь, не при... не прыгнешь, не перейдешь карту до конца. Не пройдешь карту до конца. И какие-то чуваки там, какая-то фотка. Два баннера, баннер какой-то висит там. Ладно, поехали дальше. Тут, короче, бочку придется на сцепке какой-то машины тащить. Да тут я не знаю. Ух ты, блин. Чтобы заправиться, короче. Короче, у меня этот уже драндулет разбит больше, чем наполовину. Урона нахватал. Ну ты его бежать не едешь. Куда вот я еду, я не знаю. По какой-то дороге там. Гараж вообще внизу, по сути. Я бы уже упал бы туда просто бы, я не знаю. Да не, подожди, где внизу? Ну, на гараж от тебя справа. Он слева. Тебе назад надо ехать. Там не пора, там гора, там сопка здоровая, ты чего? А тут гром есть какие-то там машины? Вообще без вариантов, по-моему. Елка. Сейчас я подождите еще. О, да тут. Машины, которые поломаны. Ой-ой-ой-ой-ой, парни, и это. Все? Это надо, ну, знаете, да, куда, знаете, куда открыть. Надо ехать? Надо ехать мне вообще обратно туда, к вам. Ребят, тут хорошая дорога, блин. Пипец, да? Соляра не хватит. Я по ней еду. Ну, Ром, я ж зелком своего не дотащу до гаража стопудово. Кого не дотащишь? Транспорт. А так сейчас на этого повесишь и все. И заправишь зелком. А ремонтных частей-то да, нет нигде. На зела нацепляешь. А так у него ж... А, не получится. Короче... Короче, все... Надо будет все... заправлять это. О, я бревна нашел, парни. Ой-ой-ой, какие плохие горы. Думать сейчас будем, что делать. Ой, как... Я не пойму, не могу объехать здесь. Палки я нашел. Вон валяется куча там бревен. Вот это да, вот это, конечно, не вариант. Какая-то лужа опять. Мостик. Ой-ой-ой-ой-ой. Кому идея пришла поставить 6 на 2 КамАЗа на эту карту? Да. Я хотел тележки вообще поставить, но Влад предложил, давай их одного КамАЗа поставим. Может, кто помучается. Кто предложил вот здесь в середине, нет, вот здесь возле пилорамы сделать доп. Объект горы? Там доп. Объект горы будут офигенно много их.
Тут гор, вот гаражу не проехать, там такая сопка. А ты в курсе то, что по ним ездить нельзя? Не знаю. А зачем ты по ним хочешь ехать? Так, я опять не пойму, куда я поехал. Ну-ка. Куда? Никуда по горам не надо ехать. Нам надо потом скала, ё-моё, почему у меня машина уходит в нее как в желе? Димон, а ты куда поехал? Едь в гараж. Вот я и еду в гараж. Вы едьте за мной сюда, потому что объезжать надо вот это все дело. Там вот где Паша, там горы вот эти, они идут вот в сторону меня сюда полностью. Там не проехать, не пройти. Я вообще не вижу ни одной тележки. Еще не нашел. Гора, вот она идет, идет все гора. Теперь. Это выезд вообще надо ехать оттуда. Все, я понял. Со стороны еще гаража откуда-то оттуда. А где тележку взять-то? Так а нафига, кто-то с тележкой же уже есть. Нам две тележки есть, нам как бы хватит, по сути-то. Так Серега, КамАЗ Серега, он вообще поломанный? Нет, он топлива мало, пришлось долить, я его на буксире тащу. Он не совсем поломан, где-то... А, вон тележка фургона еще стоит. Блин, все, мне сейчас каюк будет, парни. У меня урона 685. У меня уже огонь из трубы должен лететь, да, уже полетел. Сейчас я, короче, тогда за тобой, если что, это закрепло. Кому-то тележку давайте, я отдам, если надо. А кто-нибудь проезжал через мостик, через речку? Я тут ехал. Я тут тоже где-то ехал через какую-то воду. О, я вижу табличку. Да я тоже, он тоже стыдно какую-то табличку нашел. Стыдно. Да. Это значит там где-то дрова сходят. Есть дрова, да, тут. Ну, первые дрова лежали у КамАЗа. Я уже вторые дрова тут уже проезжаю, получается. Вот. А где твоя тележка? Моя у меня. Так, погоди, а нам на гараж. Прямо, наверное. Ты свернул. А на гараж. Да ё-моё. Блин, у меня что-то колеса не винтятся, куда надо. Ай, все, я сейчас свалюсь нахрен. Ты подожди, не торопись валиться. У тебя тележка наклонилась, да? Угу. Да ты ее выровняй за дерево куда-нибудь. Все, все, нет, не все. Да не вали. Да вообще пипец уже, я тут сейчас... А на Тойоте там ремонт, наверное, да? А на Тойоте это как бы, как сказать, вторая часть игры, можно так сказать. Давай это. Сейчас я ее туда к пиндосу подтяну, подожди. Я отцеплю ее, подъедешь ее, заберешь. Жуть. Да вообще жесть тут, а не жуть. Так, отцепить прицеп. Все, я его отцепил. Забирай, Рома, его. А, и он покатился. Нет, нет, стоит. Так, а как я его заберу? Это ж твой. А-а-а! Пипец, его ж не передать точно. Японский городовой, а. Че там мы с тобой? Да что-то да, такие что-то расслабились. Но тоже, как да, нельзя отдать тележку. Подъехал бы, я бы тебе передал, как бревну там можно было бы, да? Чего вот не сделаю такую ерунду? Так, поеду я тогда точку хотя бы открою. Раз уж я не нашел ни одной тележки. Блин, я еще и подцепиться теперь не могу к этой тележке, мать ее, идти. Так. У меня уже этот ЗИЛ вообще, он, по-моему, не рабочий. Уже все поршня, наверное, повалились в горшки. Е-мое. Вот это было прикольно сейчас. Нормалек. Все, я убил машинку. Вообще? Зато точку открыл, нет? Да, открыл. Борт там зацепился за дерево, понял. И все, она сразу умерла. Ну и у меня тоже почти. У меня, я говорю, осталось тут чуть-чуть. И соляры нету ни хрена. Не, ну до гаража-то я доеду, конечно. Если еще об дерево не делится. Ну да. А все, колеса не крутятся, нормально.
Это да. Так, куда-то я вылез наконец-то. Слава тебе, Господи. Фух. Сейчас я, походу, убью второй ЗИЛ и все. Я не знаю, я вот еду по какой-то дороге. Ага, тут валяется дерево поперек. Куда я еду? Зачем я еду? Я вообще не понимаю. Не, ну кто-то до гаража доберется. К утру? Почему? Да ну вот я уже почти вижу его. Куда ехать? Одни горки вокруг. Где этот гараж-то, елки-палки? Блин, вот это то, что на карте ремонта нет вообще никакого, вот это вообще фигово. О, кто-то, я вот кого-то вижу уже. Впереди там. Рома, ты ползешь в горку? Да. Ого. Пытаюсь ползти. Тут не сделали сейчас вот что-то обновление какие-то, что вот машина разбита, руль вообще не повернуть? Да. Да? Да, как оно так и было. Я просто, может, так машины давно не разломал. А, вот скалы, где идут слева. Там в гараж надо ехать вообще понизу, а мы вообще на горе тут сейчас. Как понизу? Ну мы вот прям в гаражу в дорогу. Обалдеть, у меня двигатель заглох, прикиньте. Вон он, я вижу его уже, гараж. Давай, оттащи, уже тут осталось. А чё он глохнет, я не понял. Ну так, он же усаженный у тебя. Двигатель заглох, прикиньте. Что-то новое, какая-то мулька, такого давно не было. Ну вообще. Ты ему не давай, он как только стрелка появляется, бросай глаз. Новое, это новое, да. Такого не было. Да ладно. Ой. Было. А если понижайку врубить? Изменится. Ну, если ты будешь больше, чем надо, там заходить за грань, да, там. Ну ты все равно будешь глох. Горку тянуть, у него сейчас тягают проблемы. Не, на понижайку он две палочки поставил, ползет. О, нет, все равно глохнет, смотри. Глохнет. О, дела. Чем больше ты ему урона дашь, тем больше быстрее он будет глохнуть. Лебедка поможет всегда нам. Будем ехать что-то на лебедке. Не помогает. А кто там боком-то лежит? Я упал вообще. И прикинь. Пец. Сука. Да, вообще, да, я так... чувствую, мы тут... Мы вообще хоть доедем до гаража-то. Да вот он, я его уже вижу, блядь, гараж. Мы уже доехали. Я бы с радостью доехал, но что-то он не хочет вообще ехать. Сейчас, Ром, подожди, я подъеду, поставлю тебя там на колеса. Надеюсь. У меня 731 урон из 800. А ты вообще там что-то кувыркаешься? Блин, пытаюсь перевернуться. Да ёшкин кот, опять лебедку надо за что-то прицепиться. Да я вообще еду, а? Рома, хорош там кувыркаться, сейчас на крышу ляжешь. Подожди, сейчас в горку подымусь и тебя подтяну как-нибудь. А у тебя нету этого спинтайра с плюса-то? Да есть. У меня так даже на утопленной машине как бы лебедка работает. Да она-то работает, так ты видишь, как я залип в этой яме. Ну сейчас подожди, я сейчас туда поднимусь. Ты наверное. Смотри сам сюда, не свались, иначе мы тут а я сейчас не сразу, расцепимся. А я вон на елку сразу зацеплюсь. И все нормально. О, в натуре, а тут уклон-то спереди, я посмотрел, вообще жесткий. Я тебе говорю. Ну да, оттуда едешь, да его даже не видно, что он такой корявый. То есть я и не видел, я раз... О, все, стал. Фу, блин. Вон гараж, видишь уже? Да, уже я понял, да. Вижу, только что-то я опять не могу тронуться. Мотор глохнет. Сейчас зацеплюсь дальше куда-нибудь. О, Маздан, ты где КамАЗ взял?
Можешь, Паша, КамАЗа там нарисовать себе. Там КамАЗ, знаешь, какой, ё-моё. На шоссейках 4 на 6. Ё-моё, слушай, а мы тут вообще проедем. Тут какая-то ловушка. А ты едь вон туда налево. Тут определенно. Слева мы не объедем его? Наверное, а это попал. Точно гараж-то? Это, по-моему, нифига не гараж. Он как гараж стоит, но это не гараж. Не-не, гараж там есть. Вот еще бревна тут валяют. А ну-ка, где сейчас я гляну. А, во-во, все вижу, да, есть это гараж. Ой, сейчас картой гляну сейчас. Вот отсюда можно проехать, вот налево надо было объезжать нам. А, ну я не знаю, там смотри, ну тут, по-моему, ровнее. Я потихонечку. У меня все равно машина не едет уже почти. Ну ладно, я-то доехал, только я пустой доехал. И я доехал. А, ты, да, справа, нормально. Лево, то есть. Все, одна телега есть, парни. Еще надо одну. У кого-нибудь есть там еще тележка? Нету. А может здесь переворачиваются, ребята? Где? Вот я так что с него улетел. Ты упал? Ну, не совсем. А упал. Мы по нем же ездим. Да как мы сейчас этот самый-то? Нам что, надо те машины ехать вытаскивать? Мы на этом Зилу-то что, будем таскать, что ли, только? Жесть. На каком Зилу? Нет, конечно же, надо. Так, блин, нам надо ремку взять, топливо, поехать те машины взять. Телегу так какая-нибудь еще едет, нет? Я вот пытаюсь, у меня уже истопленка. Так. А где тележки? Вы говоришь, тележки. А, вот так это еще не тот гараж, да, это. Да. Это еще не тот гараж, я тебе говорю, блин, вон еще гараж в другом углу, я там вот где телегу брал наверху. Так, в другой угол мы не можем так проехать, пока лес мы не пройдем. Вот тележка гаражная вот стоит, вот я сейчас направление поставлю. Она одна, что ли, в лесу? Одна, короче, там, где Паша, вот она, вот. А вторая вот эта. А я не могу вот поставить точку. Сторону, вот она, да? Где? Да, вот одна вот там, на где пилорама. И дальше туда гараж еще в углу получается. Но туда не спуститься. Вот вторая тележка вот стоит. Ой. А, вот точку видно, я поставил на карте. Это ты показываешь уже куда-то на другую часть карты. Вот тележка. Вот смотри. Вот теперь смотри, вторая тележка. Вот. Вот внизу. Опять на другую часть показываешь. Вот еще одна тележка стоит. Видишь? Где? Вот, на карте смотри, линия, от меня линия. И вот еще одна тележка, вот. Это гаражная тележка, это не тележка. Тележка-фургон. Нету гаража. А, вон, тележка. Вот там Паша утонул, туда ту не взять, по-любому. Так а что нам стоять-то? Что нам еще долго? Я не знаю, я еду за второй тележкой. Блин, кто этого КамАЗа сюда поставил? Кинули его. Он же вообще ни хера не ездит. Как он тут может ехать? Так, я поехал, короче. У него здесь бензин вставал. Бензин есть, у меня в бочке есть бензин на втором этом. Сейчас. А ты из канистра уже залил, да, топка? Так у меня, конечно, там в КамАЗе было чуть-чуть. У меня уже 43 осталось у нас. О, я точку вижу. Сейчас открою. У меня просто на карте нету этих точек. Вообще ни одной. У меня открытая карта. Куда ж я лезу? Офигеть, я, по-моему, лезу не туда.
куда не следует. Ой-ой-ой. Заправки, я смотрю, тоже нету, да? Нету. Вот я открыл точку, что-нибудь видно, парни? Стало, тут нет? Хоть пилорамы-то есть, пилорам нету. Здесь ничего нету. Короче, карта для тех, кто не ищет легких путей. Для тех, кто много свободного времени. Да-да-да. Карту надо, нет, карту надо делать такую, знаешь, час-полтора. Нет, а мне это мало. Таких это много карт, полтора часа. Валом просто. Нет, ну вот, допустим, я убил два зила, и что мне теперь делать? А зачем ты их убил? Ну, так вышло. Специально так случилось. И поставили еще, блин, симулятор. Теперь даже в гараж тут никак не вернуться, ничего не сделать. Ну а да? Как еще тысяч карты как найти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вот на этом зеле у него канистр-то нету на крыше. Они пустые. Почему нет? С топливом. Если стоит аддон на топливо, значит он. Все, заправился, парни. Ну, мне это как бы сильно-то, конечно, не помогло. У меня машина убита вообще. Там от заправленности бака зависит. Половина, по-моему, наливается в аддон. Нет, если бак на 50%, канистра будет на половину. А если бак пустой, канистра будет пустая. А. Значит, не судьба. И канистра со стороны. Гараж не открыли еще? Нет. Ну я два притащил туда. Ну, помогите мне с топливом, будет у вас еще два. Сейчас я поеду где-то. Я хотел за это лучше тебя, значит. Сейчас. Так, ты где? Где-то в синеве. Где-то в синеве. У меня 50 литров, не знаю, хватит, не хватит, дорогая. Да где-то телега-то, ёшкин дрын. О, до нее еще как до Парижа раком. Поехал-ка я. Впереди меня. Поехал-ка я ушел обратно в гараж. Прокатился, короче, тут слегонца. Чувствую, уже там уже Сергей подъезжает. Ребята, я горошу. Хоть машины почините, то вы хорошо. Думаешь, я доеду до гаража? Ты учел? Попытка 3 преодолеть. Да, нет, не в этот раз. А ты куда едешь, Паш? Я не знаю, я вообще потерялся, я понятия не имею, куда ехать. Паша блуждает в лесу, нет, короче. Я вообще... У меня, походу, медведи съедят. Ты грибами откидывайся от них. Отмахивайся. Ага. Корзинку насобирай там. Ты поехали, в другую сторону нам ехать. Давай я тебе зацеплю. Куда ты поехали? Я обратно, мне бы до гаража бы доползти. Блин, ну вообще жесть, конечно, ё-моё. Ой-ой-ой. Блин, эти колеса еще не поворачиваются вообще, он глохнет там, пипец. А чё ты не разворачиваешься? Глохнет он у меня. Тоже убитый. Сейчас будет там гараж. Я говорю, обратно поехал. Только я не знаю, туда я поехал или не туда. Где гараж-то, елки-палки? Пипец, короче.
У меня тоже не рулит, я уже. У меня урона 731 очко, блин, из 800. Поехали, я тебя на буксир возьму, давай. Ты уже за лимит вышел, да? У меня да, уже все там уже просто. Топливо плачу. И одно, так другое. Я уже еду на лебедке, его подтягиваю. Топлива нету, ты что? Все заправился. Давай я тебя возьму на этот. Давай. Мне бы хоть в гараж. Вон гараж вижу наконец-то. Теперь бы вылезти еще там до него, и все нормально будет. Ну, вообще, конечно, жестко. Блин, слишком близко. Да. А что ты за педаль взялся? А я попробовал, он не берет за. Значит, проблема с этим, с костяшками на лебедке. Стой, подожди, давай попробуем. На последнем литре залезаю. Видишь, скидывается. Да, один. Ну, вот так, понимаешь. Ура, открыто. Ну все, тогда ты куда ты меня я сейчас дотянешь. Я заслужил сигару. Определенно. А не, я так тебе никуда не утащу. Сейчас, мне осталось это... чуть-чуть. Давай, давай, давай. Это наше спасение, ё-моё. Все, наконец-то. Да ладно, я в гараже, парни. Фу ты, господи, починился. Так, что теперь нам надо брать? Берем ремку, берем... Генератор. Топливо. Генератор. А, да, литров. Надо посмотреть на наших машинах, короче говоря, что там. Кунг. А они, по-моему, сейчас, там я вообще сейчас гляну. Их надо. Так. Генератор. Беру генератор. Так. Генератор. Так, короче, в моей машине, ребята. Есть топливо, но нету. Бортовую я снимаю тогда. Гаражные. Ремонтки. А где что, ремонтных частей нет, что ли? Топливо бортовая. Канистра. Кунг нашел. Генератор и кунг взял. Еще давайте я еще возьму тележку. Сервис. Да, сервис. Сервисную, наверное. И поеду искать, где все. Где было начало. Так, а начало было. Ого-го. Так. Так, и так. Ой, опять я свернулся, сорян. F1, поехал я, короче, парни, в гараж. Так, я тут же сейчас отвалюсь. Что он был? Ну, хоть одно радует, что хоть немножко соляры ездят, машина рулит. О, черт. Не-не-не-не, не падай, не падай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забыл про этот опасный поворот. Не могу понять, куда ехать. Ладно, поеду сюда вниз. Да, надо аккуратнее машину, чтобы не бить. А там топлива нет или ремонта нет на машинах? Что-то я не помню. Потом по полбака. А вот ремонта нету. Ремонта, ну, я 800 взял. Генератор 300. И в этом, в сервисной тележке-то я не знаю, что там, сколько, не помню. Так, а нам как ехать? По дороге ты попёр? Не, я попёр, я так выставился и поехал. По карте а, посмотри, как там... По карте посмотри, там вот как у меня стоит. И также можешь выставиться. Там, по-моему, Серега поставил вот этот ориентир. Я по нему, короче, также поставил и поехал. Не знаю уж, куда я выеду, конечно. Ну, пока вот еду. Ничего так. О, еще и нифига себе.
Кажется, я застрял. Застрял. Я вообще по какому-то по горе по какой-то поехал. А, вон дорога есть внизу. Сейчас на дорогу выйду. Ой-ой-ой, осторожненько. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то я вообще не понял, куда я уехал. А, понял теперь. Точка, вот она. Сейчас надо точку переставить. Точку переставить. Отсюда, вот сюда надо нам в гараж. Как-то умудриться уехать. Алло, алло. Алло, алло. Я все еду, парни. Да, я тоже вот тут еду. Пытаюсь, по крайней мере. Так, Паша, где ты есть? Сейчас, можешь по пути идти. А, блин. Диман, а ты зацепи это. Паша, кинь с генератора 300 лет. А где Паша-то? А он перед тобой, впереди, блядь, стоит. 130 с чем? Это где? Цистерна топлива. Паша, а ты куда едешь? Я на месте стою. Едь на меня, едь на меня. Он на меня не едет, Диман. А, давай тогда я на тебе сейчас поеду. Ты на дороге где-то тут должен быть, да? Да. Где-то я тут в грязь заехал и все. Вот это тут же скачет. Ёлки-палки. Да, зелок вообще, конечно, но только, блин, вот эти рамочки, конечно, вообще не в дугу. Да, вон он ты. Сейчас я тебя излечу. Излечу. Дело в том, что я пытался их покрасить изнутри белым. Ёмкость цистерны 5 литров. Зачем ты её туда поставил? Это типа издеваться. На тебе, получи. Получи тебе. Ну а что тебе, поехали тогда уже туда за машинами, за Хансманом, за своим. Поехали. Так а что, Паша, тащи это. Ремку, а, или всем хватит ремки, да должно, да? Кто-то из вас-то, вы там в гараже взяли что-то, нет? Ну я напер полностью, что взял ремку, 5 литров цистерны. 5 литров цистерны. Ну в генератор 5 литров строго уходит. Куда мы, Диман, едем сейчас? Да куда-то вот нам надо вперед, короче. Я опять поехал. Меня починили, я опять поехал. Кругами ходил. Я заперся тут. Путешествие. Лягушка-путешественница. Короче, Паш, там направо нам надо. Ты где? Ну, хоть налево, хоть направо. Все, 800 опять. Да ты чё? Пипец, вот это. И я тут. И я тут выехал. Ёлки-палки, сейчас как бы тут объехать? А тут никак не объехать. Я помоюсь пока. Маленько полежу. Колеса помою. Сейчас, подожди, а лебёдкой попробуй вон там схватиться за дерево. И мимо тебя тут проползти как-нибудь. Да тут уклон такой, какой-то ручей непонятный. Все, Паша, я сейчас падать буду на тебя. На тебя! Давай. Нормально, нормально. Нормально, все, меня поставило хорошо. Ой, я сейчас точно... Стой, подожди. Надо как-то мне куда-то зацепиться, чтобы еще потом тянуться. А вон дорога как раз стоит. Та нам и нужна, наверное. Так, а я тут, наверное, никуда не достану-то. Ага, кроме этого никуда. Ну ладно, давай за это. Сейчас я вылезу, попробую. Сейчас я поднимусь и попробую тебя ты поднять. Ты тут нарисовал. Сейчас еще раз. И вроде свободная еще... карта, но, блин, ехать сложно. Ты процесс контролировал? О, Паша, ты встал? Да, на колеса. Давай я тебя починю. Чем какой тебе? Процесс? Давай. Кунг. Ага, сейчас я тебе отдам. Ну, да. Сейчас я все тебе отдам. Я тебе все отдал, короче. У меня осталось еще 800. Поехали до гаража, да. 800 ремонта. Просто если бы. Да, а зачем тебе до гаража? Нам не в гараж надо. Нам туда ехать, да, к этому. Да. Вот почему нельзя определенное количество взять? Вот нельзя же, да. Например, выделил там 100 очков ремонта и все.
А, и сразу открыли машину, да? Ну, вот чё? Хитрые какие. А вот у него, допустим, 800 и все. Нет, и у меня 800, как бы, да. А я в итоге, мне пришлось отдать Пашке полностью все. То есть я мог бы ему кинуть, например, там 200. Ну, об этом уже давно говорили, что по топливу, что по ремонту. Да. А то получается, если машина пустая, как бы ты отдаешь все, как бы, и что, ну смысл тогда? Какой? Ну, это... Ты ж так-то как бы по жизни это ты можешь с бака от канистру отлить двадцатку и перелить в другой бак. Это все в руках разраба. Ну да, как бы. Ну я думаю, это в принципе это все. Такие головы сидят, такие бабки получают, уж могли бы и не напрячься немножечко. А, все, Паша, я упал, я, Паша. На заправке-то можно дозированно налить? Паш, да, вот я бы. Зил сальто сделал. Паша, ты где? У меня Зил сделал. Я поехал, короче, опять. И расцепился, путешествие. Так меня-то вытащи, поехал в путешествие. А где ты? Вон я валяюсь тут на боку. А чё так, а почему это бочка, да, внизу? Меня с моста уронило. Да, Серёг? У меня по 30-й сальто сделал. У меня тоже он прыгнул там. Ну он был, да, он ниже уровня. Посаженный. Так, угу. Там, наверное, грязюка немножко намазана. Ну-ка, я попробую, может, лебедкой. О, я лебедкой сейчас вылезу. Ага, вылезу. У меня это переднее колесо под этим осталось. Трындец, короче, похоже. Короче, я так и не понял, но по идее отсюда идет дорога до гаража прямая, да? Ну как бы, то есть. Можно не срезать, а ехать по дороге. Как я понял. Паша, ты где? Пашу забрали. Я не знаю, Паша. Где. Да ты был рядом со мной только что. Был вот рядом где-то, я тебя не вижу. Ну был со мной, я тебя подчинил вот буквально метров 200, наверное, от меня в канаве. И он сразу опять. Так я уже в другом углу карты. Чего? Пипец, вот, ну смысл вот там, и писать там что-то, короче. Я не знаю, если все непонятно где. Я тебя пытаюсь найти, но я понятия не имею, где я сам. Да ты только что со мной был, я тебя там этот. Я вот не знаю, вот опять река какая-то. Или это или другая, или это та же. Хрен ее поймешь. Они все одинаковые. Так, кого ремать? У меня есть еще ремки. Да мне надо сначала заправиться. У меня мост под этим. Под мостом, короче, передний. И. Паша, ну где ты есть-то? Ё-моё, спасай. Я понятия не имею. Ну ты карту-то включи, погляди, где я есть-то. Вон он. Так а там нифига не видно. Вы, ну, вот я рядом, справа, вот я справа. Я справа. А как тебе доехать? Везде искал. А вон он ты. Искувыркался, а я тут в жопе сижу, как я непонятно где. У меня мост, блядь. Сорян, под этим загнал его под мост. Мост под мост, короче. Видишь, где я уезжаю? Я уже... Да ты вообще как путешественник. Я тебе там 500 раз поднял, ты тут где-то непонятно уже куда уехал. Так, заезжай, наверное, как-нибудь, знаешь как. Так, чтоб через реку переезжай вот сейчас налево, налево через реку. Не туда, налево надо было через реку переехать, только не утони там. Там, посмотри, глубоко, наверное. То есть тебя назад надо дернуть? Меня надо из-под моста, из-под этого вообще вытаскивать. У меня передний мост там под мостом, и телега у меня тоже там, задняя ось под мостом. Я утонул. Офигеть, это. Дима, вот это ты залез. Стой, вот так, встань, подожди, стой, Паша, сейчас кувырнешься туда. Точно. Ура, я серну прицеплю. Ну-ка, давай. Попробовать мне, может, хоть лебедку оттуда. Ну что, попробую довести этот серну, блин, до этих. Подожди, а ты на КамАЗе, на чем ты зацепил его? На Зилу? Зилу. На Зилу, ее надо, короче. Паша, попробуй назад поехать. Куда-то на проездную дорогу, что ли, вытащить. Сейчас я свой Зилу заправлю. Во, да, мне еще, видишь, мост надо с этого, с машины выдернуть. Надо тачки еще заправить. А сколько в цистерне там топлива? Половина. Я вообще его там конкретно загнал под мост, слушай. В цистерне большой, сколько? 600, половина. О, пошел вроде. Давай, еще надо как-то. О, нет, там у меня, по-моему, вилы полные. В цистерне 1600 литров. Ну, она о, выдрал, нормально. Давай, да тащи так меня назад.
Она 3200, половина тысяч. Давай, давай, тащи, прям едь назад, едь назад. Да он должен был чтобы ставить. Я не утонул. Много. А что намного? Стой, 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 стой. Я одну на половину. Все. Game over. Я упаль. Я упаль. Заезжай налево туда, наверх поднимайся, будешь меня сейчас поднимать. Налево, налево, Паша, не налево, не сюда. Сейчас на меня еще свалишься. Выезжай вот налево туда от моста. Придется производить бензин еще. Из воды пригонять. Да. Так, Паша, стой, 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 Паша, Паша. Там ставится по умолчанию всегда половина Адона. Если у тебя 1200, опа, Адон, а что, не цепляет? Да, она не работает, геть. Он же должен... А ты развернись мордой, а мордой, мордой работает, подожди, Паша. Ну, это дефолт небольшая, это сцена. Блин, я понял, он должен был ее переделать, закинуть в нее. Морд, попробуй мордой ко мне встань. Мордой, мордой. Надо тебе прицеп выравнивать. Нет, если ты мордой ко мне встанешь, вот как ты стоял сейчас. Сейчас. Давайте прицеп сначала. Давай, вот, ну попробуй, возьмет сейчас он. Во, да. Давай, давай. Вперед, едь, едь вперед, 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 едь прямо. Я прицеп не достать. Вперед, едь. Так, ну. Полуприцеп цистерна. Давай, 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 давай. Цистерни. 1000 литров. В принципе, каждый при... если. Стадия, я тебе говорю. Хорошо, я везу. Паша, знаешь, как так сделать? Развернись, проедь вперед, вперед, проедь и мордой ко мне вот сюда встань просто. И будешь потом назад сдавать и тянуть меня туда. Да-да-да, вот как-нибудь вот так вот. Во, вот можешь. Не-не, на мост не едь. Не надо было. Вот ты зря туда уехал. Тебе надо было с той стороны вот моста встать. И ты бы меня туда потянул назад. Мордами он цепляется. Во, вот тут стой. 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 Вот, и все, сейчас меня бери за лебедку и поехали. Давай. Во-во-во, давай, давай, давай. Тащи, 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 тащи. Тащи, тащи. Пробуй, дергай ты меня как-нибудь. Вот, заводится у меня. Телега-то бухнем, пусть она там кувыркается как хочет. Во-во-во. А она отцепилась, телега-то, ё-моё. Ну все на колесах. Я-то да. А я смогу телегу зацепить? Надо. Вытащить отсюда. Да мне хотя бы ее вытащить, я ее там тоже потом поставлю как-нибудь. Мне бы вылезти с водой вместе, вытащить я отсюда и... Кто метет? Я поехал до гаража, короче. Давай. Если получится. Так, парни, я сейчас подойду. А то я уже не уверен. Так эта дорога до гаража не вела, откуда ты выскочил? Я не знаю. Я по ней ехал, но и не доехал, так что. Могу с уверенностью сказать, что не вела. Ну что, 130-й прикольно здесь ездит. Я бы на ней хорошо ехал. Прет. Да, отлично. Сцену тащу большую. Так, вот он падает, да? Диман. Димана нет. Машина стоит. Да, столяр не жрет. Я тут, 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 я тут. Димон, вот этот мост падает, посмотри. В смысле падает? Вот этот мост, если на него заехали, он упадет или нет? Ну я, нет, он не падает. Но он, видишь, он на уклон такой. Ух ты, ё-моё, ну намесил тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, гараж.
Я пытаюсь телегу тут вытащить свою. Боговая дорога. Ага. Хрен на нее попадешь, да? Так, телегу я достал. Сейчас мне еще осталось ее на колеса поставить. Как-нибудь. С горючки телеги-то еще есть, нет? Вот этого я не знаю. А ты, правда, придется на 130 не ездить. Пипец, у меня соляра кончилась. Ёшкин кот. Соляры нету. Да, соляры нет. Бери, там еще одна машина стоит. Такой же зелок с солярой, бочкой. А он заправленный? Да. Серьезно, заправки нет, что ли? Нет. Это бред, ребят. Так, зелок-то я нашел. Теперь куда мне ехать? Ехать мне вот сюда надо. Ехать надо прямо. Черной заправки нет, я вообще не понимаю. Ну нет заправки, бывает же. Я уже упал, нет. Короче. Заправка будет в версии номер 2.0. Да что-то я не пойму, он что-то не доделал, моды не закинул туда, куда надо. Или он забыл, он когда исправлял, оба. Вот Серега тащит цистерну. Офигеть. Пипец. Цистерны, короче, брать по-любому. Надо, значит, сразу доехать. Так, а какие цистерны? Тут всего одна цистерна. И топлива все нет. Ну там мне, например, заправиться на 3 раза. Ну вот, а мне, допустим, Хансману, ему знаешь, на сколько эти 800 литров? Значит, придется тебе ехать на карате. Заведется 400, сожрет. На кразике будешь роять, точно. У меня уже 126. Короче, я вообще заехал в лес какой-то, где-то я вообще... Все, сейчас медведи уже бегают. Это просто вообще. Это вот правда, как пишут, это, знаешь, на КамАЗу. Езжу там, где волки срать боятся. У меня так получается. Я вроде ехал по дороге. Ехал. И приехал, да? И не приехал, да? И не приехал. Пошла тайга с плошником. Кругом деревья, палки, короче, урона 797. Короче, реал. Так, есть я с ремонтом. Так, поменяю солярку, как на ремонт. Так, вот по этой-то дороге я приеду в гараж-то, где машины стоят. Так, где они изначально-то стояли-то? Направо надо куда-то. Направо. А, тележка-то у меня топливная цистерна 150. У
Ну-ка, сейчас я сделаю по-другому. Вездеход хороший. Вот немножко кабина у него, по-моему, неправильная. Угу. Он прям больше похож, знаешь, не поймешь, что ли. Время тут нужно. Ну, поменьше похоже. Не, почему? Зилок такой же вроде есть. Не, он так вот, ну как я объясню. Ну не совсем кабина правильно сделана. Куда же ехать? Широковато, да, Миша? Да, что-то да, что-то непонятно немножко. Направо. Блин, у меня зилок перевернулся, короче, и упал. Короче говоря, упал. И упал. Чего теперь делать? О, да он легко стал, оказывается. Так, а как ты эту цистерну-то на ноги поставил? Ну, зубом я ее опустил. Она у меня стояла на заднице. Не, а на этот как ты поставил? А, ну как, лебёдкой зацепил, затянул немножко на себя и поднял, заехал назад. Но неужели я доехал, да ёлы-палы. Ух. Ну прикинь, я уже вижу гараж и упал в кувет. 800 из... От радости, блин. Всё, не доехал. Если вместо 30-го тут тянуть, хочешь не хочешь. А есть машина у кого-нибудь в гараже? Нет, у меня КамАЗ есть, стоит, в нижнем. Что там надо помочь? Я вот прям возле него, считай, валяюсь. Я починил бы, то есть. Сейчас починю. Том вообще говорю. Ну да, скорее всего. Блин, да ладно, как же ее зацепить-то? Масса инвалидный. Кардан на него пожалели. Все, убираю эту катастрофу пустую. Ха, он у меня перевернулся там прямо. Все, я на Хансмане, парни. А толку-то с ним? На Хансмане, по-моему, ты зря сел. Да, вообще зря. Ну сейчас доехать бы до гаража, если доеду, он же заправится там, нет? 200 литров. Он их сожрет, знаешь, за сколько? Я буду ехать без полного привода.
Так, у меня тут какие-то жиры. Он, по-моему, все равно жирит. Там знаешь, что, Паша, надо тебе просто делать? Колеса тебе поперепрописать, и у тебя он расход будет меньше. Для перепрописать. Ну, другую эту настройку в колесах пиндюрить. Нельзя ему другую. Почему нельзя? Ну, он ехать тогда вообще не будет. Сколько он тебя вообще весит? 20 тонн. О, ну вот поэтому вся беда. Ну. Так мог бы сделать там на шестерку его отрегулировать. Ну так все, все же реально, вот. Ах ты, что ты будешь делать? Вау. Я прям перед гаражом, прикинь, еще раз упал. Да ладно. Саракет жрет он, ничего себе. Так у него ширина колеи, посмотри колесо-то какое. Как у Белана. А тут не видно, сколько топлива. Тут написано 16. А сколько там? 600. А ты откуда знаешь? Конечно, я знаю. Так он должен был прописать много. Ну, там у меня просто ничего не пропускает. Самое интересное. Теперь мне надо доехать. Как он мог прописать, если карту у тебя по дефолту ставить? Там нет у тебя как труп. Так, Рома, а вот ты ехал вот тут вот от моста, где у меня телега валялась, направо, это дорога в гараж? Через воду. Да. Как я проехал и направо там проверил. Он должен был цистерну модом делать, то есть прописать, поднять и скинуть ее в папку. Да, он должен был и машины в папку. Он, видишь, он тележки поменял местами, а видно модом не закинул. На тележке не поменял местами. У тебя папки трукс нету с карты вообще. Забыл, что там что-то у тебя поменяли. А что это духов? Да. Так, куда я еду, непонятно. Так, вы запомнили, где эти места трёх? Я запомнил два места. Я запомнил, но их не найду. До них не доедет. Я тоже два места видел, но я без понятия, где они вот сейчас валяются. Сейчас я блудить поеду опять где-нибудь. Не, одно посередине, одно там, где КамАЗ стоял. Вот стоял в гараже. Ну, заправку можно было тут какую-нибудь, конечно, замутить одну. Да нет, заправки вообще как? Все по уму сделать, зачем оно не наоборот? Ну как, ну вот и, если я вот вообще должен был поехать, у меня расход реально жрет сотку. Ну что ж я могу, я тебе могу только сочувствовать, что ты не таких вот. То есть, ну его надо же заправить как-то по-любому. Хотя бы один бак доверху ему налить. Значит, по-любому заправка должна быть. А как по-другому? Или что, на УАЗике проходить только эту карту? Ух, тут ёлки валяются. Заправку, в принципе, добавить там делов-то. Ну да. Твой Хансман сам себе сам себя в горку не ведет. Оба, нифига себе. Сам себя в горку не может завести, я буксую тут стою. Ну двигайся, я тут уже никуда не уеду. А я куда? А, ты с телегой что ли? Стой, стой тогда. Стой, я сейчас попробую направо туда вылезти. Ну-ка, стой. Ага. Не могу направо вообще. Ну-ка, Паша, попробуй. Назад немножечко, не пойдет он тебе. Как-то так. Разъехались. А я правильно доеду, походу? Да-да-да. Ну как бы я на этом-то я там напрямую там пёр.
конечно, шел дорогу. Заправку, допустим, можно поставить где-нибудь в труднодоступном месте. Так, ну, как тут-то куда ехать? Из нее вообще не вариант. Вариант. Ну вот в второй части карты, вот где ты говорил, тут же есть вторая часть. Вот там, допустим, где-то. Ну а как, а если я тут пробуксуюсь хорошенько? Паша, а где гараж-то тут? На любом могу. А прямо едь так, все время прямо. Я тут на любой машине, то есть обсохнуть-то могу. О, бревна нашел. Ё-моё. Да ладно. Так, где они? Покажи. Когда? Заметил. А средних нет, что ли, вообще? Или они есть? Ну, я видел только длинные и короткие, а средних не видел. И средние я где-то видел там. Там это у камней они где-то там валяются, но я уже не могу сказать, куда это ехать. Ладно, будем искать. Да нормальная дорога. Я здесь даже с длинным роскошком могу прокатиться. Ну да. С троллером здесь будет неудобно. Будешь цеплять за всю. Телегу. Или с роскошком. С роскошком здесь вообще будет нормально. Дорога. Блин, как такая... ты отсюда выехал? Слушай, я не могу выехать на этом звоночке. Я, по-моему, до середины карты до него доехал. Как лебедочкой кое-где. Я доехал до гаража, ёшкин дрын. Фу ты, бляха-муха. Так. Я думал, тут до второго гаража. И чё, что-то у меня топливо-то что-то как-то не прибавилось совсем. А чё мне? Ты зелок-то открыл? Цистерну. Да? Я уже всё высосал из него. Зелок? Да. У меня пустой зелок. Нет, зелок 130. А чё в нем? А, в смысле, тут еще стоит один? 130 с большой цистерной стоит. Да ладно. Вот так, надо ехать его тащить сюда в гараж просто, да и всё. Вот я тащу его на начальную точку, но... Извини меня, мне если каждый есть... свой зелок возьмет, топлива тут хватит. 3000 да, топлива в нем нет, в нем 1600 литров всего. И то я уже потратил 450 на вездеход взялок. То есть у меня там 1200 сейчас. А я его сейчас в гараж притащу. Сейчас к Хансману его прицеплю. Смотри, тащи его поаккуратнее, не оторви ему цистерну. Да, совсем не в стиле баксовского карта. Так это не тот синиц. А какой? Это второй знаменитый синиц. Второй знаменитый синиц? Не знаю. Ну, того как зовут?
Серега, по-моему, да, Сергей? Дмитрий. А, Дмитрий, да. А это Владислав. Ну что ты не знаешь, это... Блин, да у него куча карт. Вау! Это, блин, да. Чуть какое-то озеро не плюхнулся. Баксу я лицуху подарил. Он мне погрузит перед этим. Какая тачка меньше всего жрет, кто скажет? 130-й ЗИЛ. Не, это понятно. Серегин крас. Ну, посмотри, попробуй какая. Одни у меня как бы вариантов, а немного. О, я нашел, взяла. Урал проверенный, тоже что-то немного, да, звезд? Да. Ну ладно, тогда буду Урал выглядеть. Так, ну смысл я тащу ее, куда-то тащу, короче, не знаю, смысла не вижу. Беру я, наверное, еду, где там дрова мигили попутки. Где-то тут, да? Ну пропиши длинные. Я потом цистерну и... Ох ты, ё-моё! Или заправку. Вот это чё за баг? Лебедку что? Прицепил к зилу, и у меня он взлетел в небо, ага, прикинь. Сальто. Да. А теперь там... давай ковыряйся. А почему так? Да он его посадил. Немножко ниже. Не, он его сам посадить не мог, он сажается сам автоматически на карту. Там просто бугорок, он бугорок посадил его. Да, если немножко неровно стоит, вот на карте, такая физика игры, если что-то неровно стоит, оно взлетает. Вот он и взлетел. Там простой вариант, чтобы не взлететь, сесть на него. Еще тогда более-менее он вес тут почувствует. А когда ты зацепляешь лебедки, а тут ерунда. Ты, Серег, забей в это, в Nice Emotes, Владислав Синицын карту. Посмотри, сколько он там понаделал. В чем там карты отличные. Я просто завтра, меня редко когда слежу, завтра не так. Я, возможно, я его карту все проходил, потому что я играю уже давно. Блин, крас офигенный, мне нравится. Крас затестить крас свой. Что-то я не туда еду, блин. Хотя значок стоит туда. Странно. А, во, все. Что-то компас, видно, на магнит попал. Крутануло не в ту сторону. Так, а ну кто подскажет? Вот где-то здесь, да? Бревна. Где? Не могу тебе ничего подсказать. Не, бревна вот здесь где-то. Покажите здесь мне где. Где. Ну вот здесь, да. Ну-ка. Где ты показываешь? Ну где-то вот здесь вот, не знаю, вот здесь вот где-то бревно. Ага. Ну тут тоже, походу, вот где я стою, тоже есть. Какая-то свалка. Да? Тут табличка стыдно стоит, значит, кто-то там уже ломал. А, ну может быть там, где ты вот стоишь, бревно. Я ж не могу.
Так, ну я уже скоро приеду. А, да, вот они. Так, а кто погрузит меня? Ха-ха, такие вопросы прям задаю, знаешь. Блин, ешиновый длинный. Откровенно. А, тут и средние есть. Длинные, средние и малые. Тут всякие есть. Бедный 130-й. Я его этим хасманом тащу прям через все буераки, короче. Как он как колбаса сзади болтается, валяется, переворачивается. Да, я его тащу. Опять на колеса встанет. Смотрю, главное, чтобы цистерна не отвалилась, как бы, и ладно, бог с ним. Там ее приварил, что ли? Наверное. Блин, я тут с ним кувыркался. Все, доехал. Смотри, сейчас летит. Так, все, я уже, я просто в гараж приехал с ней. Сейчас я поймаю тут солярочки. Сначала с гаража сниму, а потом уже зелком бахну. Так, есть. Пересесть на зелка. Да я вот так на этом, на наводнении тестил, тоже там зацепил КамАЗ дефолтный с прицепом. Следом на лебедку взял и поехал, короче. Тот бедный там куркается, плюхается, ныряет там. О, 1900. Там не происходит. Так, что теперь, парни, делать-то надо? Хоть бы хрен. Манипулятор же по-любому надо, да? Багажник. Mm. Багажник, что делает багажник? Где он вообще? Багажник. Багажник просто так, без ничего получается. Багажник подъедет. Прицеп. Прицеп, кран. Вот, кран нужен. Так, кран есть. И теперь надо чем-то, чтобы в кран. Багажник без ничего. Плохо. Кунг не надо. Фойл не надо. Подрамник. Седло. Седло не надо мне. А что у него на него на самого-то что-то Паша вешается? А, наверху. О, сорян. Да. Дополнительный бак. Фуил не надо мне. Подрамник. Где был подрамник? Подрамник. Запаска. 400 ремонта. Где запаска? Есть запаска. Запаску возьмем. Багажник есть. Во. Сколько очков? Лесовоз, Паша, сколько тащит очков? Вон? 4? 8. Вообще 16. Просто вот эта рамка, что ли? Нет, а так в раме 4. Багажник 2. Что дают? Багажник. Взял. Четыре, шесть. Ну у него комбинации там 4-4-4-6-4-6-6. Так, короче, меня надо грузить кому-то. То есть Хансман. Хансман лесовоз, это сколько? 4 очка он везет? Да. Багажник. Хорошо, я почему сюда приехал? Я вроде не сюда ехал. Не тут 4 блин, очка. Блин, я опять грузил. Опять начинается что-то у меня происходить нехорошее. А что? Вообще вот как ехал, по логике здесь должен быть уже гараж. А то почему-то Рома стоит брёвна грузит. А, тебе дальше, значит. Давайте отрежем Сусанину ногу. Постойте, ребята, я вспомнил дорогу, да?
Фига тебя издалека видать. Парит махина. Весь светится. А, у него же синхрон, да, есть? Да. Так, а где ты Рому увидал с дровами? А, ну, как ехать будешь, по правой стороне мост будет. Там... Лучше на автомате на нем езди, он на автомате лучше вообще идет. Так я еду на автомате. Он сам передатчик нормально подбирает. Он такой неторопливый в своей натуре. Зато прожорливый. Это да. Но он зато и тащит, и проходимость у него хорошая. Какие-то я камни заехал, блин. Да, тут, блин, сейчас на этом Хансмане как туда на мостик на этот попасть? Интересно. Только перед загрузкой, короче, прицеп надо будет скидывать. Слышь. Рядом стоит. А почему? А у него экран не достает, да. Можно немножко согнуться и нормально будет. Или да, или согнуться можно. Так, парни, сейчас я... Не довезу, зеловку не довезу. Я доехал! Наконец-то я в гараже. Поздравьте меня. Это был нелегкий путь. Все, я на Урале в гараже. Сейчас наконец-то грузиться поеду. Ё-моё, это было вообще непросто. На Урале только дефолт, да? На голубом, да. А, ну это дефолт, не? Ну, ладно, не беда. Так пойдет. Так, ребят, я на перекур. Я привез живот, ебаный дети. А что ж за Урал такой, елки-палки? Дефолтный. Совсем уж он дефолтный. Да ладно, вы ответили. Надо иногда хоть вспоминать, как игра играется.
Ё-моё. Алло. Угу. Так, ну и как тут ехать, ё-моё? Как-то надо объехать, наверное, я думаю. Попробовать. Блин, с этим прицепом ещё умудриться надо пролезть. Так, к бревнам-то я приехал. Так, тут какие бревна-то грузить надо? Я снова с вами. Так. В три стрела. Погнали. Мил. Сколько там бревен-то надо, Паша? Средние, везде средние. Ну как по дефолту видим. Как... Или длинный прицеп, то туда длинный надо. Если короткий, то есть средний. Блин, как я вот это дело ненавижу, блин, типа погрузки все. Уперся. Угу. А ты, блин, упала криво. Еще три бревна, что ли, надо? Обалдеть. Да. Топливо есть? Куплю соляру. Так. У меня я все высосал из этого, из... со 130-го. Я понял одно. Дефолтные тачки для этой карты просто подходят идеально. Да, они для всех подходят идеально. Вообще, сбалансированы. Прям кайф. А моды редко, когда бывают сбалансированы, подсекают эти тяжкие, да, долгие труд. Просто он должен был поставить эти бочки. Бочку наполнить, короче говоря, он не вкинул, он карту исправил, короче, а моды забыл вкинуть. И даже и не вспомнил. Ух
Вот на Урале сейчас еду на пехоту. Не, понятно, Хансман вытащит. Я, например, на Кразе я нормально. 100% сейчас поеду, две пилки закрою. Мне хватит топлива. Ну, я вот сейчас на Урале еду, тоже, в принципе, нормально. У него всего 270 литров, мне 200 налили. Вообще почти полный бак. Блин, эти бревна лежат так неудобно там, куча. Не поднять, зараза. Вот тут Хансман кормится, стоит. Да блин, как мне его победить, эти поленья взять, ё-моё. Пипец. Ну давайте как-нибудь их там раздербань. О, растащил наконец-то. Ой, черт побери, не туда крутанул. А вот еще бревна, а я не видел. Пашка, загрузишь мне прицеп? Загрузишь. Не надо будет тогда его отцеплять? Нет тогда. Окей. А его отцеплять, потому что он не достанет просто. А сколько пилорам тут кто видел? Много что-то. 7, по-моему. Ох, ё-моё. Не, ну так надо нормально, если каждый сейчас попрет. Так, все. Как, Паша, мне встать, чтобы прицеп загрузить на? А, вперед, маленько тебе. Тут длинные надо или вот эти средние тоже? Средние. Вот так достанешь? Да, вот так, стой. Все, тогда окей, да. Стою. Ну стой, сейчас я. Ну так надо экономить просто топ. Что-то груз какой-то там просил. Да это я ничего не нажал. Да ё-моё. Хоть бы козла поставили, с козла можно грузиться, вот у меня с плюсом, без этих, без манипулятора. Да надоели эти козлы, честно. Да не, я всегда хотел вот именно такую карту пройти, чтобы ничего не было. Я против манипуляторов на длинные роскошки, вот это и вообще извращение. Вообще вот сейчас я не могу. Да. Для длинных бревен манипуляторы, тот, который есть в игре, это извращение. Может быть, погрузчик фронтальный. Если бы ставили погрузчики на карту, было бы... Что там Паша играет дровами, там что-то поднимает, кидает их. Пипец, мы пишем уже сколько времени. Мы сейчас фронтального одного зальем на днях. Сейчас цилиндры делаем на ПТУшке. На базе ЛКТ-81 будет погрузчик. На Зидоновском. Ну да, таких вещей не хватает, конечно. Я его буду, да, пропагандировать, чтобы его картоделы ставили на карты. Пусть там разбитый, пусть, блин, без топлива, но лишь бы он был. Задолбал это таскание вот этих кранов за собой на буксире. Дашь мне полено? Что-то он там пляшет. А там куст. А передай мне его, может он не будет прыгать тогда. Ты не забирай, тебе надо забирать. А как мне забирать-то надо? Что надо делать? Черный человечек. А, вот вижу, человечек нажал. Нет, еще раз. Блин. Нажимай. О, вот. Есть одно. Еще искакать перестало. А потому что у меня этот куст уже снес.
Нет, он остался. Тоже три надо, да, полено сюда? Да. Нет, здесь было бы сюжет намного лучше, если бы начинали бы все-таки в гараже. При таком раскладе, без тележек, без хрена, надо было, чтобы был открытый гараж. Такой. Ну да, чтобы уже как бы сразу там хоть что-то. Вот это под сюжет бы подошло бы более. Так, Паша, полено. А второй вон на том стороне карты нормально было бы. Открыли бы и все. А вот в заправке здесь как раз и... Че он прыгает-то, ё-моё? Не так бы это... Ощущалось уже. Отдай мне полено. О! Сейчас я тащу в гараж. Буду полчаса ехать. Там обратно за дровами. Я не знаю, конечно. А это получается, я смогу вести только 4, потому что у меня манипулятор ставится на 4 очка. Опа! Верхнее полено, Паша, не встало. Торчит одно. А ты сможешь его пошевелить манипулятором? Ну да, но ты мне его отдай, я его пошевелю. А как отдавать? Вот сейчас давай. О, все, все, нормально. Нет, вот давай теперь опять его. Мне. Я забираю. О. А где теперь еще одно бревно? Ошибись. Вниз упал. Короче, не поймешь, что вообще тут происходит. Давай тогда опять грузи. А ты, ну, это бревно. А то у меня еще уже бревно сейчас кончится. Ё-моё! Виторгана надо, он быстро манипулятором грузит, там чпок-чпок. У него же рука набита мне. Я раньше тоже быстро грузил. Так, как тут на Урале? Так я вообще у меня грузил. Блин, что-то опора. Есть контакт. Я загрузился. А вот как ты выезжать будешь, вот это я уже не могу тебе сказать. Вот я тоже как-то хочу подумать. Отъезжай как-нибудь, попробую я сейчас назад его как-нибудь потащить. Сейчас я его зацеплю за дерево. Сейчас зацеплю за дерево. Буду лебедочкой его подтягивать, прицепчик. Пофигу, яму переехал просто. Все, Паша, пипец. Есть контакт. Короче, гейм овер. Что самое такое происходит? Я груженный перевернулся. Да ладно. И все потерял, короче. Два... А где ты там крутнулся? Да с длинным прицепом на Хасмане стал сдавать назад и все. Все улетело в космос. Блин, а его сейчас ты его сейчас и не поднимешь, наверное, да, Паша? Нет, конечно. Он столько и весит. Тебе только лебедка сейчас вытягивается. О, давай, 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 давай. Все, поставил его на колеса, поднял. Ну что, опять придется грузиться по новой. Блин, как тут с ним? Я вообще не представляю. О,
А ты говоришь долго. Ты уже тут. Кто-то гудит рядом. Какой-то несуществующий рост ты себе там надел. Кто? А что у тебя за рост? Ром, ярный ром, кто-то. У меня или у кого-то спрашиваешь? Ромку. Паша, кинешь? А? Кинешь мне дрова? Кину. А у тебя там есть еще дрова? Да, только, блин, сейчас я на одну криво лягу. Да, блин. О. А как это несуществующий рост? Кто-то украл. Не, надо Серега. Передавать, короче. Ё-моё, слушай. Серега. Не хватит. Чего? Я говорю, как это несуществующий рост? Я не вижу его. А, у меня его нет. Я просто проехал с платформой с крана. Я прицеп тебе могу загрузить. Ну давай хотя бы прицеп. У меня там одно бревно лежит. Вот, а у меня тут два еще есть. Но то бревно надо пододвинуть вперед. Нифига, мы пишем, 1:46 уже. А вы еще даже не загрузились. Да не говори вообще. Ну, кто-то еще на Урале едет там. Так кто, Рома, ты приехал? Да, грузиться буду. Ё-моё, что вы там творите? Что-то я не могу бревна собрать, Паша. Да подожди, тут не до бревен. Мне еще надо те, он, который... На ближайший. Так, а где еще он тут где-то? Да я сейчас прицеп загружу и отъеду, Рома. Он далеко, да, он далеко. Так, попало то второй? А, у тебя не отображается. Ну где-то, наверное, может быть, дай мне его. Попробуй, передай его. Дам. Майор. Не дам. Попробуй, может и попало. Да забирай, тебе надо забирать. А как мне забирать-то? Ну, человечек там должен появиться. Ты только вот. Кран не слаживал. Нет, надо вот это вот опять, Паша, забирай его. А вот тут что валяются. Вперед. А это мои, это я их там растерял. Перевернулся. Но он мне сейчас прицеп загрузит, я отъеду. А чё ты не принимаешь? Там уже он перелёт. Одно не хватает точки. Так, второе. Оба нормально, давай ещё одно грузи. А где-то у тебя одно лежало. Ну вот они оба. Ты одно погрузил, одно лежит. Это Ромка. Ты мне еще одно грузи. Вот слева-то у тебя нету. Я не вижу. Ты видишь? Роме надо отъехать, потому что у меня передать ему почему-то груз. А не тебе. Давай, я уеду. Ты немножко назад, ну, отъедь. Во. Вон одно бревно есть. А вот оно, ага, все понял. А те я сам подъеду, соберу. Наверное. Так, опилка. Глодно. Так, читерить, не читерить при таком раскладе. Я могу прописать себе 8 очков на дорогу и бревна, пока
Они у меня не заспамились. Так, теперь надо как-то мне выехать, парни. Да бери, Серега, и это, сейчас, потому что неизвестно, по сколько сейчас мы. Ну и одну я закрою, допустим. Так у меня не 8, а 6. Два раза езжу все равно. Да ладно, тогда по чесноку проедем. Так, на этой стороне раз, два. Вот, Дима, подожди, дай я выскочу, а выпусти меня. А ты влезешь тут? Да, должен. Попробуй. А чё, пилорама за нами прям где-то есть? Вот, чё это за пилорама? Во, видал? Ну да. Поехал на заправку. Вон, поехал я грузиться. Так, ну что ты там на Хансмане вывернешься тут либо? Я вот лебедками прицеп тут дергаю. Потихонечку. Назад. А что ты не за борт не загрузил ничего? Так я сейчас свои, у меня ж вот они валяются у прицепа. А. Буду их сейчас вот ковырять. Надо прицеп отсюда вытаракать. Так, вон бревна мои валяются. Пипец, лебедка не поднимает этого. Прицепа не тащит. Серёжа, ты чё, перевернулся? Нет, я в канаве просто. Ну там не перевернулся. Ощущение на карте, как будто ты там кувыркаешься. Вот. Как мне тут достать эти поленья, ё-моё. А как они там оказались? Да я перевернулся. На Хансмане перевернулся? Вместе с прицепом, да. И Пашка меня второй раз грузил. Назад сдавал, и это, прицеп заломил. Так, короче, вот так. Прицеп заломил, да? Я тогда сейчас объеду с этой стороны. Попробуй. Так, у него тут еще вертануться не туда. Ждать доступ. Так, одно уже я почти победил. Ой-ой-ой. Да ладно, неужели положил его? Не понял. Да, на месте нормально. О, нифига там кто на крази кувыркается, а? Бочком, бочком, бочком.
Блин, тут в этих ветках ничего не видно. Да ёпона, мама. Это опасно будет. Так, я добрался до погрузки. Ага. Есть контакт. Чё там? Там же. Яму упал. Да ладно. Да тут нереально вообще, он не проехал. Вообще. Тут в объезд надо. Просто сильно да, большой. Да, оно нету что ли? Кран да, есть. Да, разберёшь. Да, да пипец. Ничего не нравится, что в дефолтных бревнах, ну это кранах, что он ни хера не держит бревно. Ну вот не держит, и тут не держит. Я вот не могу поднять, бляха, уже упираюсь 25-й раз. Так вот обычно сам кран можно настроить, чтобы он нормально. Ну, нормально он работает. Не, работает-то нормально, но... Держит слабо. Наконец-то я второе бревно взял. Ёлы-палы. Так, как вы туда ехали-то? На лесоповал. А вот как ехать будешь, по левой стороне мост будет деревянный. А все понял. Так, два, еще одно надо. Еще немножко, еще чуть-чуть. Опаньки, взял нормально. Не, ну он тут нормально сделал, видишь, канал вырыл под брёвнами, брать можно нормально. По крайней мере. Ура, я загрузился, парни, как мне теперь выехать? Так, Серега приехал, так, надо как-то... Осторожно, не переверни меня только. Так, что здесь бревна? Вот вижу два, три. Сужи. Так, сейчас, секунду. Близко ко мне не подъезжай. А то я сейчас сразу перепрыгну. Все, я загрузился. Поздравляю. 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 Ну, уже тогда оттуда. На этой карте реально даже за погрузку... Погоди. Даже я уеду. А, ну да, фиг там. Фиг я куда уеду.
Сейчас вот автопой сейчас тут разверну я, парни. Пересядь куда-нибудь туда потом. Да все, я уже все, я уже сейчас отцепляюсь и поехал. Давай я пересяду. Все, я поехал. Потихонечку, потихонечку, только потихонечку. Ты вывернулся? Я сейчас сломаю эти сосны. На-ка. Бабах. Бабах. Че я сделал? Не понял. Я сделал себе дорогу. Я прорубил себе тропу капуцинов. У меня стоит же этот... Как он? Ну, физика деревьев полегче немножко. Кто-то там с трубой едет. Я. Ничего себе. Труба — это хорошо. Так, куда ехать-то, кто знает? Паша, ты куда уезжал? Направо, налево? Он в гаражу поехал. Я к гаражу, я налево уезжал. Так, надо смотреть, дети. Штукенцы. Так, тут вообще надо красться, короче. Велорама. Ай-яй-яй-яй-яй, не достает. Какая жалость. Пилорама. Я тут, Пашка. О, затаил дыхание. Все. Ну, пилорама. Поехал, нет? Я смотрю, куда ехать. Ну, поехали, да. Так, куда едем? Я не знаю. Я прям целую пилораму открою. У меня, ну, это хорошо. У меня 8. Это радует. Так, а гараж, в гараж-то ехать с другой стороны-то, ё-моё. У нас здесь раз, два... Сколько тут? Два рамки. Две, три я вижу, да? Ты чё? Четыре, пять, шесть, семь. Там четыре. Два. Три. Так, ты на какую едешь? Ты укажи, куда ты едешь. В сторону гаража я еду, которая слева там. Которая... А, которая за гаражом, да? Потом... Не доезжая до гаража, налево. Это, короче, третья, на третью ты поехал. Я тогда на первую поехал. Так, окей. Что-то я не пойму, куда я еду. Опа, я не туда поехал, мне надо было направо, а я поехал налево. Интересно, а тут налево есть пилорама? Проезд. От гаража. Ну ладно, поехал, ладно, к гаражу доеду. Фу, доехал до гаража. Поехал. Пашка, а где там еще пилорама? Там от гаража можно налево проехать, нет? Я не знаю. Ой, Диман, не знаю. Ну как пойдет. Карты-то нету, я тебе что могу сказать? Как бы мне тут дрова не уронить? Вон тут с дровами там. Ты? Так, а вон еще дрова лежат передо мной. Паша, ты что так ездишь-то? Я заправился. А, вон оно что, Семёныч.
Ну, Урал-то вообще, в принципе, хватает прям нормально. У меня тоже. Сейчас полюхну маленько. 33 урона. А топливо что-то мне не прилетело, парни. Ага. А тут как я вообще где? Я-то... А топливо у тебя, если у тебя больше 200, у тебя не будет заправлять. А, вот оно что. Угу. Как там проехало? Там дорога? Там дорога, но ты упадешь. Я не поеду. Там уклон будет, ну, такой большой. Я уже два раза упал. Охренеть, ты аккуратнее, мне аж страшно стало. Такая махина вылетает. Валится, зараза, валится, валится конкретно. Я никак не пойму, как туда проехать, ё-моё. К этой пилораме. Как туда вообще спуститься, вот где эти камни, бляха-муха? Какие камни? Ну вот, которые справа внизу, где гараж открытый, это вот синий, это все, по-моему, камни, нет? Сопки какие-то. И там пилорама. Через сумки ты, через камни сопки ты не переедешь. А как туда попасть, на эту пилораму? А вот там, где водопад, только переедешь. Ты видел где-нибудь водопад? Я проезжал там, но я так... Я видел тоже водопад. Но это как бы, ребята, это вторая. Там только спрыгивать с него и все. Да, да, вторая часть. То есть мы туда не едем? Нет. А куда мы тогда едем? Помню. Мы закрываем те, которые в лесу пилорамы сейчас. Сейчас закрываем. Рома, ты сколько везешь? 6. Ехать-то, скажите мне, короче, куда ехать, я поеду. Короче, у меня поездка в один конец, у меня горючки хватит, только если я довезу эти дрова, и все. Так, в итоге я поехал, только не знаю куда. Серега, а ты сколько везешь? 4. 4. А ты на какую едешь? Да куда-нибудь прямо, чтобы потом бутылку поставить. Ага. Да, а, так у нас тут две пилорамы всего. Ё-моё. Ну, по идее, да, в лесу две. Просто так бревно катает. Так, а что, на четвертую, пятую, шестую, там надо что-то. Это туда через суицид только это. Замысел такой.
Автор садюга просто пиздец. Ну да, вообще жестко. Это многое сразу объясняет. Хоть бы, знаешь, хоть бы дорожки тут были кое-как нарисованы на самой-то карте. Открываешь, ни хрена получше, тут желтый есть там нитки какие-то. А нахрена я туда еду тогда? Мне вот до пилорамы 500 метров надо как-то доехать. Только как это все сделать, я не понимаю. Я просто уже еду по лесу. А какую я могу пилораму вот здесь вот заставить? Какую? Надо мне как-то налево. Вот, я 6 довез сюда вот. Ну, понятно, а вот там до второй можешь доехать. До возле второго. Гаража в углу там нет, там что? Я до второй доезжал туда, то есть можешь доехать. Я еду сейчас вот от, наверху. До третьей кто не буду доезжал? До третьей? До третьей нет. Вот я хотел туда съездить, а ты говоришь... Третья это уже внизу. Третья это все внизу уже. Как внизу? Да, она туда, короче, не проездная, да? Да. Получается, вторая осталась, да? А остальные все на той стороне, получается. Остальные все там, да. Значит, я на вторую еду. А я просто куда-то еду. К этой воде. Почему одна пилорама, вот эта в углу, которая за гаражом, она закрыта черным? Потому что там ты умрешь. Там Чернобыль и радиация. Погоди, а тут точки нету? Чтобы открыть. Когда заезжаешь, машина просто взрывается. Я вообще не понимаю, куда я еду. Пипец. Главное не перевернуться. Куда-то я еду, правильно? Куда-то еду. Куда-то туда. Да блин, мне непонятно, а эта пилорама, которая закрыта, надо сюда съездить. Хотя бы посмотреть. Там... Земля же круглая. А карта квадратная. Вот и получилось, что там черный уголок. Куда я еду, я не понимаю. Да ты едешь, чё ты? Ты до пилорамы точку поставил, тогда. Так вот, да, я напрямую тут пытаюсь как-то до нее выехать, но что-то походу не судьба. Так, через какую-то речушку переехал, зато. Нормально. Ничего, не все потеряно, значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дорога есть, прикидывай. Куда? Тут есть вот дорога, куда вот сейчас ты. Там дорога только вот где джип этот стоит. Не, я вот еду туда. А. Пилорамы тут. Вы еще где-то джип видали? Я джипа еще тут не видел. Да, там джип стоит. Это вторая часть карты, там джип. Я вот, короче, знаешь, где я ездил? Я вот вдоль вот этого, короче, стены, так сказать, вот этого вдоль хребта, я все проехал, там спусков вообще нет. Нету. Там только через водопад один вариант. Всё. Да. Вот где водопад, пока там до края доедешь, помнишь, нет, да. Так, а вот она и пилорама, да? Я вокруг нее езжу, короче, а найти ее не могу. Понимаю. А, так вот же она. Чу. А где ж точка-то? Вот он как он смог скрыть так пилораму? Что нет точки разведки нигде. Потому что это. Она закрыта не точкой разведки, это картинкой закрыта. А!
точно, ё-моё. Это типа космос. Да, да, да. Понял теперь. Блин, думаю, должна точка быть. Серега, а ты как-то по два возишь очка? Почему? Я 4 на роспись. А, на роспись. Так, я, короче, вот куда... Куда дальше ползти, не знаю. А, ну вот сюда, видимо. Я тут с этим якорем... Я тут вообще задолбался. Я думаю, там передо мной видят. О, кто-то внизу там еще. Ты сколько туда везешь? 8. Ну а мне тогда что, тут перевернуться и лежать что ли? Вот дела. А ты куда везешь, Серег? Походу... Сказал, что наверх везу. Туда же, куда и я, походу. Ты вези вот сюда, на... Да а что везти? Куда я повезу теперь, если у меня теперь ни топлива, ни принесать, ни смешить? Надо в Зилку ехать, Зилок вытаскивать, заправляться и ехать по нестаиванию. Я думал, поеду наверх, но там Зилку потом спустить. Я же говорил, что я еду наверх от этого, от точки, но... Надо... на первую надо 2 очка. И на третью полностью. Я сейчас поеду грузиться. Ну я не знаю, буду кататься справа, а не выходи. Я, короче, вообще поехал на водопад скидываться. Я думал, там закрыли уже килограмм то одну. Ну 6 я туда отвез. Ну так а Пашка вез еще сколько-то. И я 4 еще тащу. Пашка покончил. Я пошел, короче, все, не выдержал. Не выдержал. Пойду утоплюсь, наверное. Ты погоди. Нет, я все, я пошел топиться. Так а мне все, мне ехать некуда вообще. Как некуда? Дрова вози. Все, я приехал, ё-моё. Все пилорамы заняты. Да одна пустая вообще в углу. Все, я разгрузил пилораму. Туда... Есть. Сейчас Диман туда 8 привезет. Я уже привез. Он уже привез. Он уже всё. Привез. Поздравляю Диман. Он закончил. Верхнюю я забил. А тут еще что осталось? 2? А, на 1-2 очка довести. Я прицеп это... бросаю тогда. И поехал опять туда. Мне прицеп не нужен уже. Так, где прицеп-то? Ремонт. Цепить прицеп. Ну все, я без прицепа. Но у меня горючки не хватит, наверное. А мне по-любому надо сейчас ехать, короче, скидываться. Или я, короче, вообще-то вот туда уже не попаду никак. У меня осталось 65 литров, если я, допустим, сейчас их сожгу. У меня машины больше нету. Ни одной? Да. И туда скидывайся. А тебе ремонтировать там надо машину или вытаскивать какую-то? Заправлять там. Ну я что могу там чуть-чуть подлить, но сначала я... Это сделаю... ехать за мной надо. Вот у меня второй поставить. Машины, то есть вообще нет. У меня вот один Урал и все. И тот сейчас отсохнет. И водопад вот он рядом. И нервы на пределе. Все, пазл сложился. Все, решено, да? Решено, да. Идем топиться. Блин, а туда вообще доехать-то реально? Не знаю. Ух ты, вот он хитрый. Тут еще и не так все и просто. Да? А, здесь еще и утонуть можно насовсем. А, ты хотел еще машину свою сберечь, что ли?
Да в смысле, ты можешь утонуть, да водопада не дает. А, еще раньше, понятно. Да. Круто. Не, там глубоко, я пробовал, думал, джип проехать, но там капец. Здесь вот только, короче, три места только, где проехать. Три точки. Две даже. Короче, там две ямы посередине. Ну все, ребят, пожелайте мне удачи, я попер на сброс. Ну, давай. Я смотрю, как ты падаешь. Запрыгнешь, не пройдешь, кажется, до конца. Да прыгнут, че, все на повышенный. Давай. Ядрен батон. Ух ты, ёж ты. Как же ж так-то. Бот. Ядрен батон. Я вас тут, короче, буду ждать. Ты посмотри, что там за машины вообще есть. На чем мы ехать будем. Да чё, на чём, на Тойоте будем прибавить? Тут больше ничего нет. Что это очков таскать? Я не знаю. Она, по-моему, груз не возит. Ни одной машины нет внизу? Нету здесь ни одной. Нет, 255-й, 130-й и всё. А, ну вижу машины. На 255-м, значит, бывает. Да. Круто. Пошел крю. Блин, в крузаке больше горючки, чем в Урале. Я курить пошел. Этот крузак он с двигателем открыт, я наверное. С двумя турбинами не видел меня. Блин, а тут и нету этих средних бревен, да ё-моё. Вот я сюда приехал, на какой болт называется. А там дальше погрузка есть еще. Где? Как нет? А, ты все забрал, надо, да? Ну да, у меня вот тут вот, по-моему. Ну так я тебе могу сейчас передать, сейчас я погружусь. Сейчас я подожди, тут он два валяются какие-то, это мои, может быть? Потому что средние я не гружу все равно. А я средние гружу, мне надо средние. Сейчас я два у меня валяются, я могу сейчас взять, попробовать их сейчас загрузить.
Да и японский манипулятор. Так. Какая тут отпускает это бревно? Ё-моё. Блин, что я тут делаю на 130-м звуке с батуты с сценами? Из урад так тут не лезут. Что они сделают? Так, крадусь. А ты мне полено-то не дашь? Дам, дам, сейчас я выйду от тебя и передам. Что такое? Все, пипец, ты у меня бревно скинул. Да ёлки-палки. Что такое, не везет и как с этим бороться? Сейчас я тут вывернусь. Ой-ой-ой-ой. Так удержись, не падай. Так, давай, передам тебе. Подожди, подожди. Мне ж надо подогрузиться тут, а подопустить их. Да ё-моё. Ну ты, короче, свистнешь тогда, я это вернусь. Так, одну я загрузил, вторую у меня блин. Опа. Да и японский городовой-то. Паш, что ты там делаешь? А, или он ушел? Он пошел курить. Так, все. Вернуть. У меня два бревна есть. Поехал я к тебе туда назад, да? Ты меня там загрузишь. Угу. Или где? У тебя есть тут машина-то, да? Да-да, сейчас я пересуну. Только не подъезжай близко к этому. Куда мне встать-то, ты скажи? Ох, ё-моё. Фу, пронесло. Ща, погоди. Вот это да. Все, я тут. Ты там, да? Я уже даже рядом тут с тобой. Я тут. Че? Так, тут давай, передам тебе. Давай. Прыгнул. А как это сделать? А ты не можешь взять бревно среднее? Ты должен меня попросить, чтобы я тебе передать. А как это сделать? А вот это тебе ближе надо подъезжать к ней. Ты видишь мои бревна
белые лежат. Да. Средние. Да. Ну, тебе надо к ним подъехать, короче. Так, и чё? А, вот. О, забирай. Ты ж смотри, я тут ещё это... пораскидаешь свои брёвна. Не, я сейчас сам тут попырю. Давай, я передам тебе ещё. Да не, тебе... мне одно надо. Я два... два это загрузил уже. Гаси. Пустым хер проедешь, ты с трубой такой еще. Так, а кто по 2 очка довезет? У меня 4. Серега, а ты где? Я с лесом возвращаюсь, у меня путешествие по карте с лесом. Так а что ты за, не закрыл бы одну хотя бы какую-то? Ну, довёл. Я... Ну, я еду, могу вон эту первую закрыть, правда, 4 очками. Ну, у Димана тоже 4 очка. У меня 4, да. Вы покажите, где? Диман, ну ты едь за мной сюда вот. Так, ты тогда. Я сейчас 6 тут выкину. Ну. Ее добить, да? Вот, все, я разгрузился. А вон с вон еще пилорама там. Вот это вот. А вот. Сейчас, какая? Серега до нее не может доехать? Вот первая. Серега, где ты? Серега, тебе вправо надо резко сейчас. Ну я понял, понял. Жалко, конечно, 4 там выгружать, ну. Так, а как мы как раз и закрываем все дворам здесь. То есть я уже сейчас просто еду в этот. На водопад, короче. А там топливо есть за водопадом? Что-то я не понял, куда я поехал не туда. Я не знаю, ЗИЛ 130 стоит, но я не знаю. Скорее всего, в бочку. Блин, где она? Если я не пойму. В таком хардкорчу я еду. Тут Крас с автономкой и все. Ну, отлично. Значит, на Кразе будем ездить. Так по 2 очка мы сколько возили? 4 килограмма. Подожди, а гараж ты не хочешь открыть нам? А, ну да. Тележку нашел. А джипари цепляется тележка гаражная? Ну да, да, это же они для того там и стоят. Тогда живем. Блин, подожди меня. Я тоже хочу покататься там. Не пропустишь шром по-любому. Пойму, где пилорама-то? И... Ну там в углу она ищи там. Где гараж? От гаража
как попроверь, до гаража едешь вправо резко там сворачивай. А, во-во-во, нашел. Блин, все, вот это крас, мне этот нравится прям. Хансман тоже ничего. Жрет только, падла, как лошадь. Да жрет он вообще немерено. Не, ну Хансмана можно это, Паш, настроить, чтобы он меньше стал. Его надо весом просто сделать меньше. Проходимость хуже станет намного. Да я не думаю. Я уверен. Ну ты его там долго, да, крутил? Тогда? Конечно, я там перекрутил все возможные варианты. Он по-другому не так. Он же тяжеленный вообще. Так, ладно, я начинаю искать водопад. Куда мы тут ехать? На самурая ориентироваться, да? Где-то там. Ну да. А он прям возле водопада стоит, внизу, то есть. А мне-то куда ехать? Где тут самурай? Водопад там падать надо вниз? Ага. Налево. А ты закрыл уже? Дима? Да. Осталась первая, да, одна еще. Все говорят, блин, чуть... самурай вообще классный для парень. Прет, да? Вообще прет прям офигенно. Ну и подвеска у него хорошо настроена. Приятно ездить прям. Да? 2.37, охренеть. Паш, ты ж помнишь, говорил, хочу карту на 5 часов. Это я говорил? Ну. Да ладно. Да, тут ЗИЛ со стороны, короче, есть. Не надо переворачиваться, блин. Нахера. Что-то там красное валяется впереди. Вдалеке. А, это Рома, ты что ли? Не знаю, наверное. Да, с этой с хреновиной трубы. Хотел заехать, блин, на это. Не вышло. Да ё-моё, что ты не раскладываешься? Не могу сложить роспуск. Косо слаживаю это. Капец, самурай прёт вообще как ненормально. Офигеть. Ну это же Toyota. Вообще тема. Классный джипарь. Тут самый классный джипарь это Хансман, я так понимаю. Ладно, у меня красный. Тоже не хилый. Да, не следовало ожидать, что здесь будет все просто. Так, а куда нам ехать-то, Дима? Я не знаю, я поставил эту полоску и чешу напрямую. Я тут дороги не разбираю. Я еду, у меня физика деревьев послабже, как бы я еду, их ломаю, тупо ремонтки с собой взял.
чтобы если что. Мне главное, чтобы соляры хватило, остальное по барабану. На паримки тут вяливаю. Я попробовал дерево сломать и сломал машину. Так что я решил не усугублять. Так, стоять. Что-то я не понял. Куда я приехал? Мне на дорогу надо, да, по идее? Либо вправо. Блин. Через речку надо переехать. А самурая ты собирал, Ром? Да. Хорошо собрал вообще, прям тема. Прям темонька. Я его прям собрал вообще, я не знаю, с чего он там был. Все переделал, и текстуры, и, короче, все на свете. Так, куда-то я вылез, короче, на дорогу. Направо надо. Ты направо поехал? Ну, я за тобой направо поворачиваю. Чего направо, налево? Нет, у меня... Ну, я иду на самурая, короче. Ну, да? А. Ну, я так думаю, что вот так по дороге ехать. Может, и в другую сторону по дороге просто. Нет? Фиг знает. Ух ты, да, тут не проехать, что ли? Не, может. Вот здесь вот сейчас справа есть дорожка. Что, туда нет смысла с лесом ехать? Нет, конечно. То есть что там, это, за водопадом вообще с другой стороны будем? Это на других тачках будем. Ну там с нуля как бы мы начинаем, обнуляемся. Зачем? А, ну вон, да, я вижу этот. Здесь вон. Из тачек здесь только как раз 255-й. Где этот самурай вообще? А седьмая пилорама, она разве не на нашей территории находится, где мы хотим? Самурай где-то справа. Это вроде все внизу, наверху только две. Самурай-то наверху, вот, нет? В районе гаража, разве она недалеко от района гаража? Самурай наверху или где он есть-то? Внизу. Через надо что, прыгать прямо через водопад? Не, седьмая внизу точно. Да, с водопада надо прям прыгать. Прыгать. Ну, прощайте, парни. Я полетел. Вау! Вау! Пипец! Блин, все клево, только я под мост попал. Что делать? Ну чё, я тоже полетел. Подожди, Рома, не лети, я сейчас попробую этого вытащить. Хансмана. А, ну. Может, за жопу зацепить? Я не знаю. О, а внизу там местность другая, да, Паш? Да, тут другая местность. Ну, не особо другая, но другая. Ну чё, я падаю. Падай туда налево. Налево. Я хочу Хансмана, блядь, себе оставить. Е-мое, сорян. А он никак не хочет оставаться на. Ну как его, наверное, не получится оставить. Да я под мост просто попал, я нормально на нем соскочил вообще. На ура. Блин, еще и Рома сейчас мне в батоны вставит. Ай-яй-яй. Ну-ка, за что-то за другой, да, может его взять.
фиг его вытащишь так. Да вытащу, вытащу. Во-во-во-во, пошел, 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 пошел. Давай, давай. Ой, ё-моё. Не заводись, не заводись, не порти ремонтку. Давай, лебедочка, я тебя сейчас отсюда вытащу. Нормально, нормально. Давай, поднимайся, поднимайся, парень. Давай, давай, сюда, 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 ну. Тяжелый, зараза. Попробовать вон туда, к другой перецепить, что ли. Вроде бы положит там маленько. Блин, какая глубокая лужа. О, Хансман у меня вылазит. Нормально, парни. Я буду на Хансмане. Давай, давай еще, зараза, тяни. Я его вытащу все равно по-любому. Давай дальше потянули. Ну да, тяни дальше, там это более пологий подъем. Да, 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 так я его уже тут перецепляюсь, уже знаешь, там протяну и сюда, и сюда, и вон он у меня уже попробовал, там жопу вытащил наполовину. Давай, 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 зараза, опять. Еще надо подальше перецепиться. Вон там березка есть, нормально. Мне бы кабину, чтобы вытащить, чтобы он не этот, так бы я его завел бы уже. Уже почти вылез. Да, 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 да. Уже заводить можно. Все, нормуль, я на Хансмане, парни. Скажите, скажите проектировщикам, тут можно скощунить. Да. Отличненько. Хансман, Хансман выжил. Рома, я тебе могу и краза вытащить, если что. Давай, езжай сюда. Бляха, врубился в эту вывеску. Чувак на байдарке. Так, ты куда тут упал? Мне как-то надо на бок цепануть. Давай сейчас я тебе за прицеп сейчас потяну тебя. Принимай лебедку. Да видишь, ты меня на мост тащишь. Не, ничего, ничего страшного, она сейчас может вывернет его. Ты по... ничего не делай пока. Во-во-во, нормально. Там рулем может пошеволькой как-то так. О, давай, 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 сейчас. Во, сейчас я тебя вытащу, нормально. Отличненько, сейчас и ты будешь на машине. Офигеть, что он творит. Не, ну мы предполагали, что, короче... Он как пушинку просто тащит. Во-во-во, отлично. Сейчас, подожди, сейчас я... Сейчас я переразвернусь туда немножечко, чтобы жопой мне в гору пилить нормально. Все, все, сейчас я тебя, Рома, достану. Рыбалка удалась. Причем на колесах-то, да? Вообще отлично. Да, прям четко вытащил. Не заводись пока, сейчас с воды я тебя поддостану. Не-не, я не завожусь. Да, он у меня поломанный почти бухнарь вообще. Ну тут же есть этот гараж. Давай, давай, чуть-чуть, еще газони назад, чуть-чуть. Я бы... Подожди, подожди, стой, не едь, ничего, я сейчас подъеду, лебедку поменьше сделаю, я просто уперся там. Во, все, давай, погнали. Осталось деться вообще. Да блин, мне там береза мешает. Все, 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 бросай. Да, заводись и пробуй назад выехать. Все, все, я завелся. Да? Ну все, дайте мне спасибо. На самурая хоть сесть прокатиться или что, он вообще нужен тут вообще, по сути-то? Надо эти тележки поглядеть его.
Да, тележки на гаражный. Ну а звук у него УАЗовский. Ну звук можно было поставить какой-нибудь с этого. Ну, звук я что-то не нашел. Так с этого, с Брегела бы сдернул с Тойоты. Там офигенный звучок такой. Сейчас, погоди, я сложу этот троп. Так. Ладно, есть. нам ехать. Ремка. У меня ремка. О, тут можно, смотри, ремонтировать. Сейчас я Хансмана починю. Полностью. С этого прям с крузера грузи его, да и все. Я его и заправлю сейчас с него же. Во, нормально. На тебе он ремонта. Так что, Серег, мы и тебя вытащим. Да я уж под мостом тут сижу. А ты упал уже? Ну да. Где? Тут? Тут нету никого под мостом вроде. Ты уже с водопада прыгнул? Да. Ну-ка, когда я подъеду, посмотрю, где он там. А, вот он появился. А, вот, тогда отъезжай, ты его не возьмешь. Давай я Хансманом его сейчас натяну. Рома, отъедешь? Давай, сейчас. Отъезжай. И Тойоту надо убрать. О. Ой, там что-то еще кто-то, Паша прилетел. Да, я Урал тоже решил что-то выкинуть. Давайте, кто там принимает лебедку? Принял кто-то? Принял. Поехали. Офигеть, что он творит, слушай, я в шоке. Паша, заводись. Или ты никакой? Какой? А что тут за косяк с этим, с колесом? Да ничего страшного. Я тебе сейчас так вытащу и поставим на колеса тебя. Сейчас березу пусть. Думаешь? Так, Паш, где тележка хоть одна покажешь? Ой, вообще в самом дальнем углу. Там еще одна, да? Че там, уперся? Да, я березу. Сейчас я тебе давай перейду. Сейчас я переверну. Ай, нет. Это я думал, это дерево. Ух ты, ё-мо. Блин. Ай. Все, встаю. Так, отъезжай. Следующий, сказал заведующий. О, вот это тут веселье. Слушай, а у меня игра страшная специально. Офигеть. Как рано, ты тут, мы тебя видим. Машина, ну, да? Я еще пока не начал, но окей, и мне висит табличка краш. Так, а он не может пересечь, ты не можешь пересечь в этого краза-то? У меня висит табличка краш, у меня игра страшная. Я в кразе. Офигеть. Да. Принимай лебедку, никак тебе? Ну, у меня вылезла табличка, я не могу игру управлять, пока на окей надо. А, ну да, окей, это плохо. Значит, я выхожу из игры. Так, ладно, что делаем-то? А чё, ты выходи и доезжай обратно, все. В ту сторону все равно прошли. Куда ехать-то тут? По асфальту поехали. Слушай, да тут веселье, тут вообще на комьюте летишь. Грязи. Весь как черт. Вроде, короче, по асфальту. А по асфальту мы куда поедем? Асфальт есть. А, это будет гараж. А, ну все равно за тележкой надо будет ехать на джипе.
А где тележка-то? Я могу. Хансман, не таскать тележки? Не, вот такие. Только одного. Тут по-любому на джипе. Тогда куда ехать? В гараж ехать просто, да? Да, в гараж, да. Ну вот сейчас по асфальту. Ну поехал, как... поехал я, короче, в гараж. Я вот тоже туда еду. А ты сколько тележек привез? Одну? Одну. Ого, Серег, знаешь, сколько у тебя сейчас? Ох, нифига себе. Пинг какой был. Я заходил. Ага. Он приходит сюда. Блин, на камнях засел. Ты решил вообще просто карту на пленки проехать. А где тележки? Офигеть, что творит. С ума сойти. Ё-моё. И я заеду, Паша. Я нереально вообще. Я люблю кощунить. Смотри. Это просто это тогда твой автомобиль. Ты любишь кощунить. Я и на дефолте же, помнишь, кощунил все время на таких, на стандартном. Все, отличненько, я в гараже. Помнишь, я с дровами где-то вот там через такие хреновины переезжал. На чем мы ездили? На штуках, что ли? Там я... Да, на штуках. Через обрывы-то я на кразе ползал. Да? Ну все. О, нашел тележку. Ладно, парни, я сейчас сбегаю по-быстрому. Закипел радиатор в меня. Остужу. Так, взял. Погнали, да? До гаража. А что там, я не понял, так ощущение, что гараж на возвышении или нет? Да-да-да, на возвышении. Тут высоко вообще стоит. Так, все, я тут. Че, парни, я пока на паузу, может, поставлю, чтобы место не жрать, сейчас пока Рома притащит телегу. Ну, давай. Давай, ага. Тогда я запускаю, мне сажусь на самурая, да? Да. Так, и куда? Ищи тележку. Гаражная тележка вот. Нужна, да? В углу, да, где-то лежит. Вот. Это весело прям. Во, он дает тут. А с тележкой фиговый это, для нее вообще прям. Грязь летит. Страшно. Ну. Тут камни только улетало. Если не камни, тут вообще как это летел. Как на ралли каком-то, да? Ну, хорошо идет. Еще куда я еду? Ну туда, да, вообще надо. Я уже заблудился. А, поставил точку. Так, телега-то где? А, вон она. А, тут глубоко. Ясно. А, топливная бочка. А чё она там, пустая? Пустая она.
Очень жаль. Чуть я не могу переехать тут. Я не могу понять, леска кругом объехал. Где? Я вот вылазил, только что ты пролетел. Она в луже там. А, она... Вон она все вижу. Угу. Блин, да, жесткий надо на терабайт ставить. Да я уже чувствую, он походу забитый, потому что уже что-то у меня подтормаживает игрулька. И правильно столько писать, никогда столько не писали. 3 часа вот пишем ровно сейчас. 3 часа 1 минута. Мы все время писали, это уже там край 2 было, наверное, да? Ну да. В пределах 2 часов обычно. Да блин, что такое, в камень какой-то вперся. Бля. Да ё-моё, урон прилетел от телеги. Придется ехать вокруг. Хотел и этого, и Тойоту с тележкой затащить тут. Тойота вообще классно. Да блин, я уже заблудился, куда я еду вообще. Вообще поехал. Серега ушел. Два. Еще что, 2 надо? Я сейчас еще одну тащу. А Рома, ты тащишь где-то телегу, нет? Да я пытаюсь, я заблудился. Ну ты ее нашел? Да. Так, а здесь есть какая-то топливная машинка-то тут нету? Да, должна быть зилок. Зилок здесь есть, да. Крас, я вижу. Азил где? Блин, а, ладно. То есть можно ехать открывать там дела пока, да? Ну да. Его сюда притащи. Все, Паша, я перевернулся. Как это ты вниз сюда прыгнул? Я попробую поставить так на колеса лебедкой. Хитрить. Встал. О, березка помогла. Такие неваляшки такие упали сверху. Че, я поехал за солярой? Поехали, я тоже не поеду. Фига себе, тут как этот, как полигон какой-то. Чего только нету. Га, он прет вообще как ненормально. Ну, прям пофигу. Дурная Тойота. Ну, через камни он их не перейдет, он просто перепрыгивает аж. Ой, Диман, мы тут проедем с тобой. Не знаю. Лезли что-то мы вообще. Если назад будешь давать, говори. Я немножко тут уперся. Я не вижу ничего. Блин. О, тут какая-то гора вперед. Ну, ладно, сейчас полезем на гору.
что-то я плутал. Нашел наконец-то, где я ехал. Следы свои нашел. Че, уже 2 очка, да, привезли? Да. 3 уже привезли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че там внизу? Обрызгал. Ух ты ее. Вертанулся я. Ладно, вот же поряд точку вообще нормально. Отъезжай, я буду падать на тебя. Оп. Я нормально съехал. Ну что, отъезжай назад. Я завожусь. Можно его. Блин, как в гараж попасть, а? Там дорога есть? Ты, у нас одна дорога по прямым, по прямкам. Так, где тут? Ой, как тут глубоко, Паша. Роба, на джипаре полная синхронизация или только спереди? Не знаю, не помню. Вроде все сзади делал. А, да, блин, вот вообще офигеть, да? Подпрыгиваю. Вес надо на этот, наперед немножко двинуть. Жопа тяжелее, чем перед. Не, надо... А, так ты ж груза навалил, там навалено. Нет. Ну, морда, да, она маленькая. А вот ЗИЛ Евро стоит, прикинь. Лешка маленько распрыгивается. Так, этого то дурака куда теперь тащить? Его надо это подвеску помягче сделать и дампу сделать, потому что он, видишь, как-то раскачивается. Надо довести. И звук сделать, да. Надо довести его, вообще тему. Я ж его делал. Он у меня есть, помнишь, синий или зеленый? Ну я очень много с ним делал. С нормальной настройкой, кстати. Я с 14-й версии его взял, он там такой был весь калечный. С 14-го года, а не версии. А чё ты, Паша, взяла не взял? А? Паша взяла не взял? Взял, тащу. Ну чё-то не отображает, ну ладно. А далеко? Аллилуйя. Гараж открыт? Да. Как хорошо покатиться. На Тойоте. Так, теперь... Нам надо как-то, Паша, найти асфальт. Тележка. Одна точка. А вот будете ехать, щелкните эту точку. У меня не отображаются точки на карте. Я только если их... визуально вижу, то я их открываю. Ну, неразведанная сучка. Да. Они, почему они отображаются? Там надпись неразведанная. Я встрел, Паша. Засадил зила. Бери правее. Беру уже. Я уже понял, что там... Там, да, там же пень полная. Блин, у меня и тут все. Фу, вытащил. Я нифига. Ты трос, так, а где трос? Угроза видит? Трос я у лебедка сейчас дерну. Подлиннее сделай трос и все. Так, нам надо в гараж. Блин, а чё ж я там ехал и краза не открыл? Палки. Это очень плохо. Надо сел он, короче, намертво. Кто? Твой? Зелок, да. Давай я тебя попробую дернуть этим. Пересядь взяла. А кто видел, где есть лес?
Пока я не видел. Может, у корабля где-то? А вот я за дерево зацепился, сейчас пойдет. За дерево точно пойдет. Тащит? Вытаскивай, вот где моя машина стоит. Прям наверх туда перецепляйся. Все прыгаю в Тойоту. Блин, тут эти камни этого зила вообще хрен утащишь. Так, где асфальт-то мне делаешь? Все походу. Блин, надо назад срочно, тут течение утаскивает. Вот и я думаю, где асфальт. А, вон бочка там, это надо вот сейчас через эту говно все-таки нам тащить их. Паша. И я тебе про чё. У меня зил там повис где-то. Короче, я решил посмотреть, куда нам вообще ехать. Ничего не понятно. Тут жестко. Мы какую-то карту проходили, Сумрак. Ну тоже я Тойоту поставил просто на разведку. Сумрак говорит, что это за УАЗик тут стоит? Сел такой, по грязи полетел. Говорит, нихера себе. УАЗик. И УАЗик. А, я вот здесь ехал, да, мы, кстати, правильно едем. Да я, да. Вот сейчас мы туда выедем, и там где-то должен быть асфальт. Куда Зилку могли бы, конечно, и цепки на колеса поставить, да? Колеса с цепями. Ну да. Упоролся я в березу. Так. О, ты решил туда прям? Ну, как бы не совсем могу. Да, в принципе, можно там вон туда, вон по краешку проехать. Камни что-то. Не знаю, я ползу. Ладно, тут пойдем. Ну, азил. Ползет там, ползет.
Блин, я как чую. Я что-то нифига не пробовался. О, нет, идет. Давай. Пошел. Не вылетел. Блин, все, я тут стрел на выходе, Паша. Сейчас с рыбка попробую. Чертов ЗИЛ. Че, не хочет? Ну, сзади тут на выходе зацепился, зараза. Может, в ветку уперся. Во, вроде полез. Все, вытащил. Блин, все, у меня сел. Че, аккумулятор сел? Ну. Дизелок засел. Фару забыл выключить опять. Скажи. Я трос подлиннее сделал, как бы, и рывками его выдергиваю, когда встает. Че там тебе помощь, ну да, Паш? Да не, нормально положил. Ну все, я этот бросаю уже, короче, бросил его. Тойоту. На зела пересел. Офигеть, как он по пляжу несется. Зил, обалдеешь. Ой, зила, собственно. Зил-то да, зил несется, ё. Зил вообще несется. В горку залезть не могу. Она аж прыгает, короче. Это. На этих, на барханах. Вот у него, заметь, у него морда открытая весь вес. Ну, у него вес на жопе. Через чур, ну, как-то не надо. Надо переделать. А так вообще так тело. Так тогда ехать так надо будет. Классно. Сейчас. Будет оно. Но так он все равно, он что, он едет, у него перед, знаешь, как это. Он должен, знаешь, как ехать, он должен лететь. Так он и летит. Нет, он сейчас. Нет, прыгает. Он на козла встает, блядь. Да, на козла. То есть у него постоянно морда как кукурбучик. Он ударится, встает, ударится. А он должен. То есть машина должна, кузов неподвижным быть, а колеса работать. То есть он должен как бы лететь. Так, тогда и быстрее ехать. Эти будет. Пилорамы я проехал. А еще одна последняя.
там мне тоже было. Сейчас как раз открыть, короче. Как раз с топливом, тут не проверяли его. Не доехали мы до него. Нафиг нам КРАЗ, если у нас есть Хансман. Такая грузить. Ману, ты залез на зеле в гору? Ну, на трассе подтягивался. О, у меня еще даже осталось сколько-то литров. Вообще, вот как так на месте шлифуют на асфальте? Ну, потому что у него ну, изначально-то на цистерну нету зацепа, по-моему. Ну, Он на трассу едет. Офигеть, вот это он наложил брёвна, а как же там их брать? Ой, завалю я его сейчас, полетел. Ну и бог с ним, пусть покажется. Так, буду со шланга сливать. Слушайте, тут вообще придется морочиться. Да ладно, до этого было все легко, тут уморозить. В Крозе тут тоже не до хера топлива. Я бы уже вообще закончил. Да я бы тоже сейчас. Ну, у меня уже утро. Давайте, может, правда? Другой день что-нибудь. Смотрите, как ходить. Давайте где-нибудь соберемся на машинках. Встанем вместе, сделаем скрин для видоса. И все. Давай. Офигеть, Диман, ты просто по прямой ездишь, обалдеть можно. Ну да, Хансман вещь. Вот ему бы настроечки, чтобы он жрал бы поменьше, и вообще охеренно было бы. Когда ты уже так ездишь, я себе сейчас представлю. Да. Дентал. Где, Рома, ты где? Ой. Давайте на этом напитание. Такая машина должна дофига жрать. Так, ты где там? Мы едем там, где мы падали с водопада. Где-то надо скрин, наверное, у водопада, наверное, где-то сделать. Я так понимаю, где-то тут. Короче, с самого начала не пошла. Моды забыли поставить. Тут еще ЗИЛ должен стоять модом. Маздан вылетел. Ну да. Ой, подожди, Рома. Хотел. На фоне плаката. Да-да-да, я и хотел и плакат защелкнуть. Блин, КРАЗ вот этот отличный получится. Я вот так сейчас стану, прям вот так. Раз. Заехал.
Да блин, дерево. О, вот так вот. 20. Ой, я сразу в ракурс. Вот так, отлично. Блин, Паша, ты встал как-то? Тебе надо встать так, чтобы дерево не мешало. А, я сейчас дерево снесу. Вот что я сделаю. Че париться-то? У меня же вон Титаник, сейчас я его... Ну, не сломал с первого раза, странно. Хорошая береза, надо на дрова ее. Ну-ка, давай-ка сходу. Все, нет березы. Сейчас я к тебе, Паша, подъеду так поближе. На нем и вырубкой леса можно заниматься. Точно. О, Рома куда-то уехал. А давай между нами сюда вставай, заезжай. Я пододвину сейчас. И вот вообще будет нормально туда. Лезешь? О, нормуль. Все, я щелкнул. Че, делайте скрины? Ну все. Так что вот, да, ребята, карта обалденная, карта приват. Она еще дорабатывается, да, Рома? Да, это надо ее доделать еще, потому что. По просто не тестили. Ага. Надо было затестить. По данной карте, ребята, карта приват. Обращайтесь вот Goldman RS. К Роману ссылочка будет под видео на канале и в группе, я выложу конкретно на Рому, и будете выходить и все вопросы туда. Карта обалденная, сами видите, кто дотерпел до конца нашей поездки, как бы я считаю, что это в принципе карта хорошая. Технику надо своеобразную выбирать. Можно попробовать, конечно, и на дефолте, но меня Хансман, вот Павла Каблукова, просто порадовал. Единственное, что горючий. Ну, Паша, считай, на Урале проехал, да? Ну. Да блин, надо было тоже брать. Кого? Хансмана? Ну, я что-то с расходом думал, не хватит ему горючки. Ну, главное вовремя, как бы, все остальное. Так что вот, друзья, подписывайтесь на наши группы, на наши каналы. Милости просим, ставьте лайки. Всем удачки, скачивайте. Всем пока. Да, всем пока. Удачи.